Всем привет, дорогие друзья! Наконец-таки мы вышли в эфир, даже практически не опоздали. Сегодня у нас будет необычный стрим. Сегодня мы будем не просто играть, сегодня мы будем больше разговаривать. И сегодня у нас в гостях будет Даниэль Дефо. Привет, Дефо! Приветствую всех, кто уже слушает три дня наши эфиры с Дефо. Сразу давайте решим технические вопросы. Если плохо слышно Дефо, говорите, потому что мне кажется, что-то со звуком стало, и я даже сам будет довольно тихо слышу. Но если все нормально, пишите, что все хорошо, будем продолжать. Сегодня у нас несколько будет тем для разговора. Я думаю, то, что мы обязательно обсудим и твой сервер, если ты не против. Ты же не против такого? Я всегда за. Потому что достаточно интересный был поступок открывать именно на таких роликах. Так, у нас платные подписки стали оформляться. Спасибо за платные подписки, спасибо, Псай Кирилл. Да, ты... сегодняшний день у нас, сегодняшний стрим о донате, о заработке на линейке, поэтому платные подписки очень кстати. Ты привлекаешь деньги, только начали, и деньги уже стали течь рекой. Я, кстати, всегда привлекаю деньги, согласен. Компании Nova не обманет. Я, по-моему, больше принес, чем все сотрудники вместе взятые, при всем уважении. Ну, за все время, естественно, за много лет. Ну, только они это не признают. И Nova тоже достаточно странная компания. Я согласен. Не, они не признают это официально, но мы же еще неофициально общаемся. Вот. Ну и как Дефо сказал, то что все-таки основная тема будет про коммерцию World 2. Этот вопрос достаточно горячий уже в наше время. Очень много что в World 2 изменилось с тех пор, когда играли, допустим, мы на официальных серверах. Хотя, может быть, там тоже что-то было, как раз про это мы и узнаем. Ну и свои вопросики тоже можете потихоньку готовить. Я думаю, через минут 50-час мы их обязательно зачитаем. Все-таки хотелось бы немножко уточнить, что сегодня вопросы хотелось бы слышать конкретные о коммерции в LoL 2, на LoL 2, на серверах LoL 2, на иных серверах MMORPG, то есть все, что связано именно с заработком денег и так далее. То есть мы сегодня не за жизнь трем, мы сегодня по минимуму будем беседовать о моем сервере, о каком-то, только в ключе каких-то доходов, расходов на него и так далее. Хотелось бы, чтобы сегодняшний подкаст, вот этот стрим, он все-таки был содержательный, и после завершения его люди через месяц, через неделю, через год могли зайти на YouTube, вбить там, сколько приносит фришка LoL 2, например, или как запустить свой сервер, и чтобы они получили какую-то информацию полезную. Поэтому прошу вас, ваши вопросы вот с этой темой связаны, задавайте. Ну, я думаю, то, что можно будет рассчитывать на самые честные ответы. Да, не случайно сегодняшний подкаст посвящен этой теме, потому что я не то чтобы ухожу навсегда из этой сферы, но, тем не менее, думаю серьезно сменить свою деятельность или направить ее в иное русло, поэтому это не прощание, тем не менее, это открытие некоторых секретов, что ли. То есть, когда проходит какой-то период времени, и гриф секретно спадает. То есть, например, 2 года назад, и тем более 5 лет назад, я бы не стал говорить на тему, сколько приносит фри LoL 2. А сегодня могу. Поэтому, да, будет честно. Ну, это уже гораздо интереснее становится. Будем рассчитывать на твою правду. И я думаю, давай сразу начнем тогда насчет твоего сервера. Немножко вот вначале не с коммерции. Все-таки хотелось шапочек бы. Давай начнем, это традиция. Подойди ко мне, пожалуйста. Мы сегодня в процессе всего стрима раздаем шапочки всякие. Ну, такая мелкая безделица, косметики, ни на что не влияющая. Подойди, пожалуйста, ко мне, я тебе дам еще одну пачку. О, вижу тебя, да. Когда, соответственно, раздашь, через минут там 10 еще подойдешь, ага. У тебя, надеюсь, все слоты есть. Я немножко не уверен. Давай вначале тебя возьму их. Давай попытаемся вот эти. Нет, получилось? Нет. У меня столько не вылазит. Ты качался. Да, я качался. Я действительно пришел на твой сервер. Я хочу сделать обзорный ролик, взгляд со стороны на него. Все плюсы и минусы, как оно есть, он, кстати, выйдет на Ютубе ролик этот. Так что, кто сейчас смотрит стрим, сразу можете подписаться на YouTube-канал, чтобы не пропустить это видео, будет тоже все по-честному, с Дефо, в принципе, договорились, но и я думаю, то, что скрывать-то особо ничего и не надо, что сейчас происходит на сервере, вы видите прямо сейчас на своих экранах, народу реально очень много, 7 шапочек не влезет.
Да ты что? Почему так мало? Ну, раздам и еще приду за добавкой. Нормально, 10 шапок есть. Вот это будет мотивация к тем, кто нас не только слушает, но еще и тот, кто с нами бегает рядышком. Пусть заходит. А я сейчас напишу в хиро-чат о том, что, ребята, у нас плява сегодня небольшая. Удивляет, конечно, меня некоторые выкрики спросил Дефо, почему нету онлайна, когда я вот прямо сейчас стримлю и показываю, что тут происходит, это только Геран. Это провокация и абсолютно некорректное заявление, потому что любой немалолетний идиот может спокойно скачать клиент, зайти и не только в Геране посмотреть, сколько людей бегает. А с учетом того, что все-таки тут очень много людей уже и в Годроте сидит, продает ближе к качу, а ТП-шестое причем... не так дешево. А, мне уже трейд кидают ради шапочки. Всего. Только ты запоминай, пожалуйста, кому ты дал, а кому нет, чтобы у нас какой-нибудь шапочный магнат тут не появился, и он потом эти шапочки будет продавать там по двойной цене. Ну, вообще, я не хотел так давать, но раз человек сам первый подбежал и кинул трейд, то... Ну, давайте подарим ему какую-нибудь шапочку, у нас светлый эльф и даггерщик, я думаю, ему хорошо подойдет какая-нибудь шапка петушка, наверное, нормально будет. Шапочка петушка. Ну, чем лучше. Это у нее есть пассивка, мы на самом деле не анонсировали ее, но там есть скрытый такой скилл. Так, ну ладно, давай все-таки начнем. Немножко не с коммерции. Все-таки у меня вот вопрос, да и у многих, да? Кто шел на этот сервер, был вопрос, почему именно ГФ? Это достаточно смелое решение, потому что это хроники не соло игроков. И очень большую аудиторию можно было потерять. Почему? Почему решил открывать именно грацию в финал? Ее не было 2 года, и вместе с High Five это, наверное, номер 2 моей любимой хроники. Поэтому мы посовещались и решили, что лучше запустить что-то, почему истосковалось комьюнити олдфагов. То есть людей, кто не любит данжи, кто любит открытые PvP. Единственная проблема была с ними, это то, что отцы, они как бы и деды, и олдфаги, они только на словах классные пацаны, они могут опять большой онлайн блюсти, но на деле чаще всего все сваливают. И поэтому у нас была большая работа по созданию нескольких больших кланов. У нас опыт покупки кланов небольшой, мы в принципе никогда кланы не покупали, своим комьюнити обходились, но время идет, люди взрослеют и нужна организация. Как только мы поняли, что мы можем организовать 2 больших клана, то есть сервер не умрет там через месяц, и что будет фан и дальше, и мидл кланы смогут вливаться в какую-то большую войну, присоединяясь к сайдам. У нас сегодня 3 сайда вообще больших развивается. Вчера у нас был Занзи подкаст, позавчера у нас тоже был с кем-то подкаст, и в общем тут постоянно рассказывают все. И всем понравилась идея. Раз есть сайды, раз есть большая война, раз нету этих данжев несчастных, как в хай-файфе. И плюс к тому, у нас хай-файф по весне вышел недостаточно хорошим, потому что мы продуплили с защитой, мы пропустили абсолютно точно появление бесплатного адреналина. Я думаю, что те, кто знаком с Ладва, он знает, что это такое, это бесплатный бот. То есть мы не просто его позволили использовать, а мы вообще не знали о его существовании, что он теперь бесплатный. И это такая тотальная зараза. То есть сегодня любые подобные хроники боты убьют прям сходу. А мы смогли ее пофиксить на старте и будем дальше фиксить. И баны вот у нас сегодня пошли, мне тут техники докладывают, что люди с платным адриком в бан уходят и потом пишут, а за что, за что. Ну, в общем, мы смогли решить технические проблемы и не захотели опять запускать High Five, потому что по весне он у нас не вышел. И запустили ГФ. Отличный. Угу. Такой развернутый ответ, прости, как всегда. Да, ну пока что по онлайну вроде как все хорошо, и если по правде вот насчет покупных кланов мы еще обязательно с тобой пообщаемся. Да, сегодня тема у нас про коммерцию. Все обсудим, давай вообще всю подноготную. Но я немножко удивился, когда ты начал смело сразу рассказывать про покупные кланы, потому что многие сервера это скрывают, и была это уже... лицемерие, почему же? Да, была уже практика у одних из твоих конкурентов, которые вначале сказали то, что они покупают кланы, но вот те кланы, которые к ним шли, начали возмущаться, и на вот этом открытии, которое было недавно, не буду говорить, что за сервер, у меня тоже к ним не очень хорошее отношение, они сказали то, что все, мы больше не покупаем кланы, теперь у нас только настоящее живое комьюнити, ничего проплаченного нету, и у нас будет лучше всех. То есть вот тоже вот так очень было удивительно вот это услышать, вначале сказать да, потом сказать то, что нет, это как-то странно. Ну, следи,
Давай я разовью эту тему, просто я уже точно могу тебе сказать, входя в тусовку вот этих людей, кто спускает фришки, что за последние 2 года практически все большие проекты кланы покупают, и не один. А мы не покупали именно из идеологической точки зрения, потому что у нас довольно большой комьюнити, и мы спокойно набирали онлайн и никогда не позиционировали свои сервера как какой-то там битва нагибателей, ноулайферские и так далее. У нас всегда хайрейты были, у нас очень редко бывают лоурейты. Мы все взросленькие, и 1-2-3 месяца достаточно, чтобы фан получить, и на полгода опять уйти по своим делам. Тем не менее, чтобы организовать серьезный клан, людям, лидерам живым, приходится проводить в игре даже не 8 часов. То есть это не рабочий день, это 2 рабочих дня в один день получается. И поэтому у нас веселый хоровод вон там бегает. А за тобой это... А, шапочки! Знаешь, что я подумал? Извините, ребят, чуть-чуть влево отойду от темы. Я думаю, вот я сказал, у нас ботов нет. В моих глазах такой парик бежит. Я думаю, боже, наверное, кто-то саботирует стрим, что это такое? А потом понимаю, что это Вайт шапками бегает и выкидывает их или дает в трейд. Это целый вон опять... Хоровод. А вернемся к нашим КЛам. Я говорил о том, что у КЛов большое количество времени уходит на административные функции. То есть, мало того, организация 100 плюс человек или хотя бы там 10 пачек боеспособных — это полноценная работа. И так вышло, что у нас уже все взрослые. То есть у нас кланами управляют не 15-летние школьники, а серьезные взрослые ребята. И покупка клана, в моем понимании, или так, как это происходит у нас, это оплата времени взрослых людей, которые 2-3 месяца занимаются именно конкретно администрацией вот этих организаций, добавлением новых пачек, формированием из мини-пачек боевых пачек. Это сложная работа, и она должна, с моей точки зрения, оплачиваться. У нас это не носит тотальный характер. То есть на сервере, как ты видишь, сейчас по онлайну там 5000 человек в прайме. Мы не накручиваем цифры там в 3, 5, 10 раз. Если вы хотите узнать реальное количество людей у нас, не где-то там, а вот у нас конкретно, нужно понимать, что есть у людей твинки, баферы и так далее. Смело делите на 1.5-2, и вы получите реальное число живых людей. Кроме того, ботов у нас сейчас нету, а это сразу 30% онлайна минус. То есть мы могли бы там нарисовать 8-9 тысяч человек и так далее, или ботов разрешить, у нас бы тут бегали парики на полянках, у нас бы цифра онлайна там была 12 тысяч, но мы своих игроков за идиотов не считаем, и поэтому я сегодня не рассказываю все вот эти моменты важные, и поэтому поясняю по-честному. Так, мне не стыдно за эти слова. Ну, 12 тысяч — это еще не самый большой рисованный онлайн. Недавно мы играли на сервере с 27 тысячами онлайна. И... не ранний человек, как это всегда бывает. И я думаю, сейчас за мной бегает человек 30, если не больше. 12 тысяч за тобой бегает, надо так говорить. Я надеюсь, я о КЛах ответил оплатный. То есть у нас просто но ребят... Мы поговорили просто вот про КЛов, а так как у нас сегодня очень честный стрим, давай тогда немножко поконкретнее. Сколько сейчас стоит нанять один клан на, допустим, месяц игры? Естественно, все зависит от качества лидера и от личных договоренностей. То есть, если у вас денег много, если вы, предположим, захотели запустить сервер и туда пригласить каких-то именитых людей, вы можете заплатить хоть 200, хоть 300 тысяч, и я даже уверен, что какой-нибудь Великий Инстинкт не побрезгует и месяц у вас побегает за эти деньги. То есть тут вопрос во времени. Но если говорить о реальных суммах и о реальных кланах, то в целом в месяц это средние деньги, то есть примерно 30, в лучшем случае 50 тысяч рублей, не больше. Принцип какой? Оплаты. Часто фришки не проживают даже месяц. Живут там одну неделю, а то и две. Поэтому КЛы берут деньги понедельно. То есть играет человек неделю, ты ему платишь там 10 тысяч. Еще неделю, еще 10 тысяч. В среднем, чтобы вот у вас запомнилась цифра, это 10 тысяч рублей в неделю стоит среднестатистический лидер. Но это немножко некорректно, я извиняюсь, потому что звучит, как будто ты покупаешь товар какой-то. А скорее, это оплата.
почасовая, вот такая. То есть за 7 дней времени 10 тысяч рублей. Ну, называть можно как угодно, в принципе, народ понимает. Зачем я еще это спрашиваю? Для того, чтобы посчитать примерно, во сколько обходится реклама плюс старт сервера. Вот как раз мы потихоньку посчитаем. Вообще не сложно. Ну, давай, отмечай. Ну, вот вначале так отметили. Окей, один вопрос решили. Второй вопрос тоже очень важный. Наверное, начнем с самого горячего. Платил ли ты Дреду и Нексуса? Во-первых, с Дредом и Нексусом мы взаимодействовали на нескольких проектах. И, например, на High Five в прошлом году у нас был великолепный High Five. К сожалению, мы успех повторить не могли. Но вот, возможно, благодаря им такое вот было стечение обстоятельств. Мы не платили. То есть ребята по-честному пришли, и мы... было очень интересно, они сами бегали, они сами пвпшились, да, какие-то мелочи я им помогал, но это что-то из благодарности за стримы. То есть, в принципе, когда запускают твой стрим на 10 тысяч человек на Dota 2, тебе, как хозяину места, куда все пришли, немножко неловко, и хочется как-то гостей задобрить, нарисовать им самые классные шапочки, причем, естественно, какие они захотят, подарить какие-нибудь мотоциклы, маунтов и так далее. Но по Пенте, например, у нас еще на Play Defo есть глобальный мод на Ла 2, там, так как ребятам этот мод был неинтересен, мы пригласили их с точки зрения трафика, и там, да, были оплаты весьма высокие. То есть там в зависимости от аудитории стримера суммы начинаются со 100 тысяч за 2-3 стрима. Угу. Так, ну я даже не знаю, можно ли сейчас считать или нельзя. Ну окей, это топовые стримеры. А каких-нибудь других стримеров вы покупаете? Конечно. В принципе, я могу сделать большой часовой монолог на тему поэтапную. Для небольшого количества молодых бизнесменов, кто хочет запустить фришку, это было бы интереснее. Но нас слушают и обычные люди, поэтому мы растянем с тобой наслаждение. Буду отвечать на вопросы по очереди. Перед стартом любой фришки в целом покупается минимум 5 стримеров на старт и оплачивается от 3 до 10 дней их стримов, в зависимости от, опять же, заинтересованности. То есть очень сложно заинтересовать человека, кто даже деньгами, если он не хочет в игре сидеть там, да, 10 дней, например. То есть вот он не любит Ла 2, но он любит деньги или оказывает такие услуги. И он соглашается только на 3. Кстати, важный момент, что ребята с Dota, они стримили Пенту, если я не ошибаюсь, 2 или 3 всего выпуска, потому что им далось это очень тяжело. Если в Ла 2 они иногда приходят и по кайфу сами шпилят, и у них есть достаточный скилл, не только скилл, но и понимание, что такое Ла 2, то там для них было все новое, и это через силу было, и я это видел. И, в общем, с точки зрения трафика это, конечно, классно, охват аудитории большой. Но когда я предложил после Пенты, чувакам постримить финал, даже не постримить, просто пригласил, мол, пацаны, пойдем в финал, тут вы вот PvP хотели, вас прям вот приглашаю. Они сказали, не, чувак, мы там на полгода-год в завязке, потому что нам тяжело это удалось в последний раз, и дай отдохнем, и сами придем, чисто по фану побегаем, даже никаких денег не надо. То есть у меня это и с Мэдисоном было, то есть если нанимать этих людей за деньги, то это очень много стоит. И не всегда это окупается. Это важный момент, мы к нему еще вернемся. Чаще всего простые человеческие отношения. То есть мы вот в этом бизнесе давно, это давно. Вот как раз я хотел про это сказать. Просто многие, когда видят Дреда, там, Мэдисона или кого-нибудь еще, который играет на любом фришерде, неважно, что это за фришер, сразу все думают, что он продался. У нас тоже так просто вышло. Не всегда, чаще всего бывает. Не, чаще всего они правы, чаще всего. Но я бы, знаешь, какое соотношение вывел? 1-3. Я думаю, что 2 из 3 они стримят за деньги. Ну, потому что они линейщики. А линейщиков бывших не бывает. И Дред, и Нексус, и Мэдисон — это люди, кто к линейке испытывает уважительные отношения. Они не через палку приходят сюда, их никто не бьет. Но когда как бы тебе дают небольшой заработок еще по твоей работе, небольшой, я имею в виду. То есть у них, да, есть свой бизнес какой-то. А тут тебе небольшой, но приятный предлагают. Да покатай ты 3 дня, господи, тебе 30-ку дадут. А они говорят, да почему бы и нет, видяху заменю. И приходят, катают. Но без удара, знаешь, как без души это называется. Чтобы ребят понимали, на хай-файфе у меня вот эти топ-шоумены Доты сидели месяц.
представляете, сколько бы это денег стоило? Месяц, каждый день или через день они качались, ходили на Олимпиаду и запускали стримы. Ну, конечно, не каждый день, но тем не менее. Это никаких бы доходов с фришки не хватило бы. Сейчас доходы, тем более, уже не те, поэтому... Все по обоюдной любви и уважению. Я как раз не успел это говорить. Я вот только начал говорить про Мэдисона, когда он ко мне пришел на стримы, и все думали, что я купил Мэдисона для пиара. Да, у меня бы денег не хватило на тот момент, и это было действительно очень удивительно, когда он просто вломился и говорит: «Я хочу с тобой поиграть». Я такой: «Что? Мэдисон? Да не может быть». То есть не всегда все делается за деньги, это тоже нужно понимать, и иногда популярные стримеры заходят на сервак просто, чтобы... Они тоже обычные люди, да, они тоже выросли на линейке, они тоже играли на РОФе. Если они прославились где-то там по своим дисциплинам, по доте там или обзорам, это не значит, что у них нету интереса инкогнито побегать где-то. Я хочу тебе кинуть трейд. Да, пожалуйста. Но я очень давно пытаюсь это сделать. А мне тут просто целый этот... О, меня перестали спамить трейдом, нормально. Я тебе просто не мог трейд кинуть. А где ты? Ты пропал. А, все, вижу. Еще шапочки. Да, давай. Давай я попытаюсь тебе, а ты мне. Господи, они заспамили. Жаль, кнопки быстрого бана нету, как на форуме. Я бы сейчас выпиливал бы пацанов. Я на самом деле злой вообще. Ты не можешь, да, мне кинуть? У меня глюк произошел, надо этот открыть. Трейд. А, все, вот теперь не могу, меня заспамили. Надо отбежать куда-нибудь. Может, они. Давай, знаешь, куда, если секретное свое любимое место покажу. Побежали со мной. Анжи, двигаться. Главное, чтобы они не заметили, куда мы бежим. Они не заметят. Ну, хотя камеры могут вести. Сейчас мы спрячемся на башенку. Народ, пока что вы кидаете мне трейд, я не могу взять шапочки. Пока что я не взял шапочки, я вам не могу... О. Вот здесь мы шапочки будем раскидывать. Кто подберет с башни, того и шапочка. Сколько? Ты бы там что-нибудь удалял, какую-нибудь фигню? 7? Сколько что-нибудь? 11 можно. Ага, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, нормально, влезло. Так, сейчас я тебя спущу. Если сам спущусь. Люди прям хотят шапочки. Мне даже дать этот трейд докидывай. Ребята, а что вам мешает сделать репост? И, по-моему, сегодня последний день, если я не ошибаюсь, когда можно еще получить 100 монет абсолютно на халяву. И, соответственно, купить себе любую шапочку. У нас есть... акция на сайте, можно посмотреть на LA2 Play Defo, зайти, репостнуть, получить 100 монет прямо на сегодня. Так, слушай, а ты слез с башни? А, нет, вот я вижу тебя. Я-то ушел, а тебя-то забыл, ты не можешь так опять на земле. Пойдем ГК назад. Ну что, на чем мы остановились? Что у нас там еще? Так, ну, в принципе, про стримеров мы вроде как более-менее тоже обсудили, но... Ну, давай подытожим. Смотрите, ребят, прости, что тебя перебил, просто чтобы... какая-то концепция была сегодняшнего стрима, структура. Мы поговорили о том, что вам для запуска нужно как минимум, если это что-то серьезное, 2-3 КЛ. То есть мы уже пришли к выводу, что вы должны подготовить 60-90 тысяч рублей на первичную оплату их деятельности. Нам к старту нужно, ну, в лучшем случае, 5, а в самом идеальном случае 10 популярных стримеров около ладвашных. Естественно, мы сейчас говорим только о ладва, потому что вы можете запускать и Айон. Конечно, это го-го. И вам нужно искать, да, стримеров по Айону, стримеров по Архейджу или ту фришку, что вы выпускаете. В принципе, они все одинаковые, в том плане, что у них примерно одинаковая аудитория, примерно одинаковые каналы, примерно одинаковое количество зрителей на Твиче. Поэтому цены, в принципе, тоже одинаковые. Теперь мы должны обсудить, сколько же стоят стримы. Мы назвали примерное количество выпусков. Это от 3 до 10 выпусков. И вот я сейчас смету посмотрю, что у нас тут. Ну, в целом, это от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. За сколько дней? Ну, у меня в основном 10 дней, 10 стримов везде. Ну, грубо говоря, один стрим 2000 рублей. От 1000 до 2000 рублей за один стрим, да. Не обязательно покупать на 10, это мы такие богатые, в кавычках.
Хотелось бы, конечно, еще богаче быть. Но, тем не менее, мы, в принципе, по 2000 рублей топовым стримерам за стрим платим. Ну, таким как ДВП, например. Я думаю, там 2-3 тысячи за стрим будет брать. И людям, у кого аудитория чуть поменьше, естественно, чуть поменьше. То есть по 1000. Ну, в принципе, неплохая оплата. Если даже 5 стримеров по 10 дней, плюс-минус, грубо говоря, можно 100 тысяч тоже записать. Конечно, только так. Так, а теперь не самый интересный вопрос для многих, чисто чтобы подсчитать, реклама типа на Яндекс.Директ, вот это что-нибудь, есть такие заказы? Конечно, абсолютно. Ну, это грубую цифру, просто это не так интересно людям, они с этим не очень знакомы, так чисто чтобы число знать. А это бесконечная сумма. Я скажу сразу, чтобы не вдавать. Понимаешь, ты слить можешь на рекламу в любую сумму, ну вообще любую. Яндекс.Директ — это не бабушка с семечками, которая по 1000 рублей там кулек продает или по 100. Это система, которая охватывает аудиторию в зависимости от вложенных средств. Но с точки зрения фри-сервера нужно исходить из того, сколько потенциально он может принести и за какое время. То есть ты сначала планируешь срок его жизни. Это может быть, да, для хай-рейтовых фришек и 2 недели. Действительно, если у тебя X1000 какая-нибудь, то редчайшие серваки без подпитки аудитории живут там месяц хотя бы. Мы сколько не запускали, вот что-то такое типа X1000, оно живет реально 2 недели. На 3-ю неделю оно заканчивается, к концу месяца не остается никого. Я не говорю, что мы какие-то профессионалы, мы не имели с этим дела никогда, и больше чем уверен, существуют технологии, которые поддерживают онлайн, ну, 2 месяца, ну, 3. Ну, я не верю, что можно X1000 удержать с большим онлайном, там, год, например. Да и, в принципе, сейчас никакие сервера, кроме официальных, год жить не будут. А если будут, то в зачаточном состоянии, когда вот там 200-300 человек бегает, еще 300 торговых ботов сидит, а на самом деле это не 230 людей бегают, а часто ява-эмуляция даже игроков, а живых там 100 человек. Ну, у меня есть прям хорошие примеры насчет таких серваков, и я раньше тоже не понимал, как так, а X1000-ный сервак, который живет уже там полгода и на массовых мероприятиях собирает 300 человек, но в дальнейшем я узнал то, что это были покупные кланы, и, в принципе, они и делали движуху. То есть некоторые серваки оплачивают кланы очень долго. 98% людей никто никого не покупает. Это моя аудитория, да, наша с королевства danieldefo.ru. У меня 150 тысяч месячная аудитория. Ядро постоянных клиентов — это где-то 30 тысяч человек. И вот, в принципе, эти же люди сюда приходят. То есть не мы им платим, а, к счастью, платят они нам. Вот. Поэтому нам не нужно покупать всех, чтобы делать видимость, что у нас кто-то бегает. У нас все бегают, вон, честно. Не, ну, за тобой в данный момент. Да, не, про это я тоже говорил, то, что у некоторых серваков, я думаю, можно немножко сказать про тот же RPG Club и Asterius, у них своя аудитория. Да, конечно, топы, я не говорю, что да, там мы самые лучшие. Я бы сказал, что мы входим в топ-5, наверное, лучших, вот так я могу сказать, со своей аудиторией. Но ты же понимаешь, что каждый день открывается чуть ли не по 5 средних серверов, по 50 мелких, каждый день. И все, что там за пределами топ-5, топ-10 фри-серверов, это какая-то канале, вообще хаос, ужас и так далее. А у нас, да, своя аудитория, конечно, есть. За счет долгих лет существования, за счет работы с аудиторией. Вот RPG Club, наши партнеры, в общем-то, мы на их сборках всегда и спускаемся, вот как сейчас, они занимаются тем, что имеют качественную поддержку официальных проектов. То есть все это когда-то стояло на Инове, это не ява-эмуляция, это все как на Офе. А мы, например, не обладая техническими возможностями, пользуемся развлекательной функцией. То есть мы аудиторию удерживаем все остальное время, пока они у нас не бегают, контентом каким-то околоигровым, там, MMORPG-шным. А сколько я, 8 лет занимаюсь блогом. Первые 5 лет он был на 90% исключительно посвящен Ла-2. Поэтому все зависит, опять же, от аудитории вашей. Если она у вас есть, вам платить никому не надо, она сама придет и так далее. Ну вот как раз и начал про это обсуждать, то что есть серваки, у которых есть своя аудитория, и они в любом случае будут играть на каждом вновь открывшемся сервере этого проекта. Да, даже они не уходят, что самое интересное. Они преданные такие, знаешь, вот как вот Кока-Колу любит человек, он всегда пьет Кока-Колу. И как бы компания Pepsi какие бы рекламные ролики не выпускала, он Pepsi пить не будет. Ведь не значит, что да, Pepsi плохой там напиток. Так же и с фришками. То есть аудитория у нас, я вот общаюсь с ребятами, они говорят, да, ты иногда там выпускаешь фиговые фришки, иногда классные, но тем не менее мы не обижаемся, мы вот только у тебя сидим.
У RPG Club аналогично, например. У них есть своя аудитория, она ко мне не пойдет, хотя, казалось бы, да, мы как Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ну, мы, они Coca-Cola, у них побольше аудитория все-таки, а мы как Pepsi. Вроде вкус тот же самый, а нифига, вот, не идут. Вот, и тут многие спрашивают, как раз люди, которые считаются аудиторией Дефо, будешь ли ты в дальнейшем открывать какие-нибудь другие серваки, типа God Chronic, которые нам особо не близки, но если твоя аудитория попросит. Конечно, я сейчас уже не для себя же это все делаю, я уж давно весь фан получил, и я скажу прямо, мне даже неинтересно уже и запускать фришки. То есть с точки зрения меня как геймера, первые года три меня это жутко перло, потому что это новый геймплей. ГМ на самом деле в игре, это вообще отдельный геймплей, он не связанный с тем, что представляет из себя LA2. Когда я съел за там, 7 лет линейку полностью вообще как контент, мне захотелось что-то новое. И ГМ-функции, они мне позволили получать новый кайф от, да, от того, что я уже знаю. Сейчас мне уже и ГМ-ство неинтересно, потому что я его изучил. Это такая, знаешь, работа, это ремесло. То есть это то, во что ты не то чтобы душу не вкладываешь, но у тебя глаза не горят. То есть да, ты заходишь как профессиональный там, человек, как водитель автобуса, и ведешь этот автобус, и с тобой едут 5000 человек онлайн. А раньше я садился в автобус, у меня руки дрожали от кайфа. То есть, сейчас мы поедем. А сейчас уже не так. Поэтому сейчас управляют люди, по большому счету. Если они готовы собраться на какой-то проект, даже не обязательно там классические наши хроники любимые, а какой-нибудь Линдвиор, например. Мне, кстати, он тоже интересен. Или даже God of Destruction, я скажу, ради бога, сяду в этот автобус, загружу столько людей, сколько на остановке со мной сядет на этот сервер, и поеду спокойно, уверенно держа штурвал. А забегая чуть вперед, скажу, что мне на самом деле интересны последние хроники, что на Офе, потому что для меня они олицетворяют что-то непонятное. К сожалению, времени у меня нету как игрок этим заниматься, так бы я к Инове пошел изучать. Но как админ мне было бы любопытно, потому что это новая механика, новые скиллы, новые сеты, новые настройки, новые локации, и я многое-многое не видел, и я думаю, что как у водителя автобуса у меня бы опять взгляд бы пылал интересом, и сервак вышел бы качественным. Если будет такая техническая возможность, а я уверен, что она будет, такой сервер появится. Вот. Сейчас, кстати, есть на самом деле, но в состоянии отладки, то есть сборку, ее же до ума нужно доводить еще. Это не омлет сделать. Так, спрашивают насчет Grand Theft Auto. Уже, в принципе, ответили. Дефо решил просить такой эксперимент. Тем более, это одни из любимых его хроник. Но вот насчет, опять-таки, коммерции. Что было бы выгоднее, открывать ХФ или играть в финал? А смотри, какая штука. Почему я в начале стрима сказал, что мне уже это мало интересно? Потому что время идет, аудитория уходит, она именно взрослеет. Не то чтобы им линейка неинтересна стала, а просто у них изменили жизненный интерес. И они, может быть, и хотели бы побегать, но времени у них нет. Поэтому идет постоянное сокращение аудитории. Часть молодых людей, она, естественно, приходит, но отток перекрыть нельзя. То есть уходит больше, чем приходит, и намного. Поэтому и срок жизни, и онлайн постоянно уменьшаются. При этом затраты не меняются, а даже часто возрастают. Потому что если мы арендуем железки не в России, на чем сервер стоит, если мы готовим серьезную защиту от ДОСа, а это распределение нагрузки по куче дедиков, мы должны арендовать эти дедики, да? А сейчас покупка железки, она стоит в два раза дороже, чем в 2013 году ровно. То есть когда-то ты мог купить достойный, мощный сервер с месячной оплатой. Это вот, кстати, к вопросу, сколько технически это стоит. А рабочий сервак стоил 25 тысяч рублей в месяц. Сейчас он стоит ровно, естественно, в два раза больше, 50. Это на месяц аренда. Это рабочий боевой, на чем стоит сборочка. А у вас еще должны быть фильтры. То есть, как я сказал, для распределения нагрузки. То есть, грубо говоря, вы на свой боевой сервер пускаете людей через кучу подставных, маленьких, поменьше. И вы их еще должны тоже арендовать. А их может быть 10 штук, их может быть 30 штук, в зависимости от доз нагрузки. То есть, вам перед стартом, если вы серьезный проект уровня там RPG или мой и так далее, вам нужно только на дозащиту и предподготовку в среднем заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. Ну, чаще всего 100. Надо понимать, что у нас же есть не только сервера LA2, да, мы можем свое же оборудование использовать, но в целом, если человек с нуля хочет начать, то ему придется где-то подготовить
к покупке кланов, да, к покупке рекламы, к покупке стримеров, видеоблогеров, еще где-то сотку на железке только. Да, я тоже это на всякий случай записал, ну, это тоже нужно вписывать. А мы в конце озвучим общую сумму, среднюю для запуска серьезного проекта с онлайном от 2000 человек, живых, естественно. Потом у вас там будет бот, у вас там будет окна, вы можете нарисовать там 12 тысяч, но тем не менее для 2000 реально живых игроков мы в конце подытожим стрима сумму, сколько это будет стоить. А, вот, кстати, вот про то, что многие сейчас, ну не то, что многие, но многие вырастают в то, что рано или поздно начинают открывать свои сервера, кто были в линейке очень большой там, промежуток времени. Вспоминать того же там стримера, ютубера там Овербаффера. Сейчас я в сентябре планирую что-то сделать подобное. Это чисто эксперимент, даже не для заработка. Для себя хочется попробовать такую роль. Да, а вот помнишь, я же сказал 20 минут назад, это фан, это ты как бы гремишь, ты получаешь от линейки новый фан, потому что ты админишь это все. Вот я больше чем уверен, ты в линейку-то прошел, или как минимум много о ней знаешь, тебе уже неинтересно, а тут что-то новое. И ты такой, о, прикольно, тебе будет интересно. Поэтому я поддерживаю эти начинания, считаю, что каждый порядочный школьник или не школьник уже, кто в линейке отмотал, как в армии, там, 5-10 лет, должен попробовать запустить свою фришку. Не обязательно она должна быть действительно коммерчески успешной, просто с пацанами там в 5-10, 100 человек запустить что-то, побегать, поприкалываться. Вот сейчас это очень легко сделать. Самое смешное то, что мне недавно скинули мой же комментарий на ютубе 5 лет назад, где я написал «Время пришло, я ухожу с L2 навсегда». Глупый был, молодой. Знаешь, как есть такие певицы старенькие. Я не знаю, какого года ты рождения, извини. Ты какого примерно? 90-го. 90-го? Ну, ты, наверное, знаешь еще, кто такая Алла Борисовна Пугачева. Это там 2000-го уже не знают. Но вот есть еще Аллегрова Ирина и Алла Борисовна. И две чемпионки по финальным прощальным концертам. То есть у них, если Алла Борисовна уже все-таки закончила, то Аллегрова еще каждый год запускает по провинциям прощальный концерт на протяжении последних 10 лет. Вот так же и ты. Ухожу навсегда с Ла-2, и так еще 5 раз. Даже я один раз уходил с Ла-2. Но потом я просто с европейского официалки перешел на русскую официалку, когда Кадмус появился. Так, я немножко отойду сейчас от темы. Вот насчет спрашивают, сколько прошло сервер, это мы в конце подведем итоги. Сейчас хочу немножко дать шапочек, а то у нас народ стал разбегаться. А у меня пока что есть. Давай сейчас эти раздам по-быстренькому. Все очень просто. Сейчас все, кто есть здесь, кидайте мне трейд. Я рандомно отменяю своим макросом на мышке трейдов и принимаю тоже рандомно, я даю эту шапочку. Так что у всех есть шансы, а то многие говорят, что скупить нереально, там на ботах скупают, все остальное. Нет, на самом деле вам, наверное, немножко не повезло. Нет, что... ребят, ботов пока нету, слава богу. Давайте немножко раздам именно вот таким способом. Посмотрим, вот народ уже, смотрю, ребят, сбегается. Можно репосты сделать, есть акции у нас, репост видео. У нас есть замечательное видео стартовое, оно без рекламы, там не кричит какой-то дядька там, такого-то числа, супер открытие года, вы его так долго ждали, тадах, там музыка, эффекты, нет, это все фигня, там красивое художественное видео, за него не стыдно, если оно у вас на странице будет. Вы репостите, но прочитайте только условия и откуда это делается. В правой колонке там пролистните немножко вниз и увидите эту акцию. И получите вы эти 100 несчастных монет и купите на них что угодно. Вы руну бесплатно можете купить, шапку эту бесплатно купить. Потратьте на это 3 клика, господи, не гоняйтесь за этой халявой. Ну ладно, тем не более, менее... там ролик, который особо-то даже не говорит... Он особо даже не рекламный этот ролик получился. Он, знаешь, он творческий. У меня вот есть такое уважение к игре. Присутствует оно и все еще. И я не хочу вот наталкивать вот этот вот контент рекламный. Господи, уже прошло столько лет, ну какое в задницу, извините, открытие года, да? Просто с пацанами собрались побегать на финалке, пробиться за замки. Но хочется чего-то творческого, чего-то изящного, чего-то эстетичного, чего-то иногда эпичного. Поэтому я под каждый старт придумываю какие-то видео, которые, в принципе, не особо-то трафика привлекают. Но они олицетворяют очередной запуск и в коллекции, в моей на ютубе, на каналчике лежат. Очень приятное видео, маленькое, посмотрите, приятное. Называется Art of War, по-моему, если не ошибаюсь. Я думаю, сейчас нам кто-нибудь из модераторов кинет ссылочку в чат. Да на Даниэль Дефору заходите, ребят, и мотайте. Вчерашний подкаст Занзи проматываете, и вы это видео увидите. Вообще посещайте сайт, помимо линейки много чего о жизни узнаете интересного. Это минутка рекламы была.
Да ничего, ничего страшного. А я, тем не менее, для тебя еще заготовляю еще шапки, чтобы ты раздавал. Приятный стрим. Вот так вот, дети мои, кто ходит на стримы замечательные, тот и шапочки бесплатные имеет. А те, кто не ходит, они делают репост. А те, кто репост не делают, у мамки 100 рублей воруют и покупают себе шапочку. А, чтобы по делу больше сказать, мы же все-таки сегодня не развлекательный контент делаем, а полезный, расскажу о самых больших покупках. Естественно, как и везде, как и на различных акциях, как и в реальной жизни в магазинах, или при каких-то событиях самый большой донат и самое большое количество покупок, следовательно, идут в самые первые дни. То есть, как только запускаешь, максимальный доход с сервера у вас будет в первый день. И это сейчас самая важная штука, которую я скажу. Если за первый день вы окупаете все затраты на месяц, значит, сервак у вас успешен. 10 из 10, ну или 9 из 10, вы можете себе ставить оценку. О сумме мы поговорим чуть попозже, в конце стрима, сколько у нас получится. Я напомню эти слова. То есть за первые сутки вы должны окупить все свои затраты. Тогда вы настоящий крутой пацан и можете входить в плеяду топовых создателей фришек, давать себе негласную такую медальку и собой гордиться очень сильно. Кстати, кто-то заточил Б-пушку на 16, одна из единственных, по-моему, пушек сейчас на сервере. На это студии. Очень круто. Это реально очень круто. Нет, это очень круто по шансу, но чтобы никто не пугался, у нас на сервере нет 100% заточек, а Б-заточки, если я не ошибаюсь, они вообще за Адену. То есть можно фармить мобов, да, покупать пушки эти и точить. Я не знаю, как они фармят. У меня не хватает Адена, чтобы в шмот одеться. У меня вроде даже есть колы, чтобы купить этот шмот, но нет Адены. Так что тут нету такого прям доминации донатеров, и самое клевое то, что здесь в принципе в магазине ничего и нету. А, кстати, как ты оцениваешь, вот по-честному? То есть мы не платили ему сейчас за лестные слова, он сейчас вот скажет, как он часто на проекты на разные ходит, в целом, что скажешь. Ну так вот, кратенько. Я как раз вот тоже вчера говорил, то, что я немножко не понимаю, как этот сервак делает деньги, потому что тут донатить в принципе нечего. И то вот есть... сейчас очень... Стоп! Я тебя специально перебил. Мы действительно большинство серверов спускаем чуть ли не... Я часто это слово употребляю, с точки зрения мецената дефо, то есть человека, кто делает что-то для людей. А дело в чем? Если онлайн большой, если приходят такие пацаны, как Дред, например, и приводят за собой аудиторию со стримов, то сервер может приносить действительно много денег. Если онлайн средний или он небольшой, то сервер себя окупает, но не приносит деньги. Если онлайн меньше среднего, то есть... В первый день вы не окупаете все затраты, а буквально через неделю-две у вас происходит колоссальный отток, вы можете серьезно уйти в минус. Вот, например, предыдущий весенний High Five, что мы запускали, и, между прочим, на этот High Five приходил Дред, кстати, с самого первого дня почти. Но ему не понравилось, потому что там боты были и не с кем PvP-шиться было. Так вот, он ушел в минус, я потерял почти 200 тысяч рублей, оказался в минусе, оплатив все зарплаты людям. Это важный момент, мы сегодня его еще не касались. Да, мы вообще не ведь касались. Помимо кланов и помимо приглашенных лидеров, кому нужно платить за их время, помимо стримеров наших уважаемых, помимо рекламы на топах, помимо продвижения в Яндексе, помимо всех вот этих затрат, помимо железа, помимо доз защиты, помимо аренды сборки, вы еще и должны платить своим сотрудникам, ведь обслуживать такое количество людей должно минимум 2 человека на форуме, комьюнити-менеджер и человек, кто будет на саппорте сидеть. То есть эти 2 человека, они потянут где-то как раз 2 активных тысячи игроков. Фактически получается, да, на одного КМа по 1000. Можно, конечно, найти офигенного работника, как у нас. У нас вот есть замечательный Сиокси, он за 2 работает. Он работает там по 12 часов часто. Он феноменальный человек, большой молодец. На нашем форуме его форумчане знают, и он как бы работает за 2. А мы все-таки исходим из надежности, чтобы не продавали налево какие-то вещи, чтобы не было теневого доната, поэтому мы его очень любим, и пока он тянет и не умер, вот пусть тянет.
Но помимо КМов у вас еще должны быть админы. То есть те, кто настроит этот сервер, те, кто сделает эту защиту замечательную, те, кто будет заниматься логином, автопатчером, кто будет за это все отвечать с точки зрения технической. Этот человек тоже минимум должен получать в месяц по квалификации 1050 рублей, потому что иначе он уйдет в обычный офис какой-нибудь московский и будет сисадмином там работать за эти деньги. Ну, далее. Давай подытожим число всех зарплат. Нифига не подытожим, мы еще продолжаем. Там еще много их? Конечно, у нас есть еще и технари, отвечающие за за защиту от ботов. А еще, наверное, саппорт. Я назвал это два человека, кто и на форуме, и за саппорт отвечают. То есть нужно комбинировать. Конечно, модераторов можно и бесплатно взять. Как бы, ради бога, есть фанаты своего дела, они просто любят общаться, и, соответственно, они за бесплатно. Но если мы говорим о серьезном подходе, то есть многолетнем, то нужны постоянные люди. Так вот, вернемся к помимо админа, нужен еще и техник. Тот, кто за сборку отвечает, тот, кто может пофиксить какой-то квест. Я, например, как дефо, при всем желании, квест какой-нибудь пофиксить не могу. Я технически неграмотен в прямом смысле этого слова. То есть, да, как массовик-затейник, как админ, как администратор на форуме, хотя это вообще совершенно отдельная отрасль, я как бы компетентен. Да, забанить кого-нибудь я могу. Но что-то починить, конечно же, мне нужен человек, кто должен иметь достаточно высокую квалификацию. Чаще их двое. То есть это те, кто расследует дюпы, те, кто отвечает за каждый чих, за настройку осад, за настройку ТВ, за фестивали, за какие-то косяки, когда кому-то что-то не выдало при акциях, при бонусах. На самом деле закулисная работа всегда идет, и чем выше квалификация этих людей, тем больше они стоят. Скажу прямо, так как мы работаем с лучшими, RPG-клабовские специалисты, они получают большущий процент, и фактически компания PlayDefo приносит в месяц компания RPG Club при запусках, естественно, при запусках каких-то проектов примерно миллион в месяц. То есть неплохие довольно-таки деньги, учитывая, что их там не 10 человек этим занимается, да, а 2-3 на постоянной основе. То есть в месяц каждый получается от 200 до 300 тысяч рублей. Я считаю, что это достойные деньги. Помимо этого, у них есть свои проекты, естественно. То есть отчисления наши ежемесячные, не в наш карман, это миллион. Это вот прямая такая сумма. То есть, в принципе, если нас слушает какой-то серьезный дядька, и он хочет что-то, или молодые люди, какие-нибудь там бизнес-ангелы так называемые. Трейд-пин. Серьезно, естественно, не школьник. Эти трейд-пинал. И они хотят... А мы сейчас опять с тобой на стеночку должны выйти. Да, здесь можно сделать. Вот white кинул, yes, слава богу. Ты знаешь, сколько у меня трейдов-то, да? Ты представляешь. Сколько шапок, 11? Да, 11. Так вот, если кто-то из серьезных локализаторов это слушает, то я могу сказать, что линейкой мы уже занимались довольно давно, кучу денег заработали не только Инови, но и пиратам. И поэтому я с удовольствием возьму любой другой серьезный проект с возможностью масштабирования, то есть запуском не одного сервера, а двух, трех, четырех. И примерно вы можете рассчитывать вот на такие суммы. Это небольшие, но для кого-то, да, что такое там миллион дохода, если есть значительные полисерьезные бизнесы. Но, тем не менее, если кто-то захочет что-то локализовать, китайское, корейское, японское или даже русское, или сделать свое, милости просим, можем обсудить со мной. Мне, помимо линейки, хотелось бы заняться чем-то еще, может быть, даже серьезным. И вы можете вот зарабатывать на бренде там PlayDefo, опять же, или Daniel Defo, неважно, как это назовем, с моим участием, от миллиона там, до 10 в месяц. Приходите, приносите свои инвестиции, свои проекты, к вашим услугам аудитория, и 6 лет нашей работы на этом поприще. Все-таки хочется платить налоги. Мы, кстати, платим налоги, но хочется абсолютно прозрачную компанию. Угу. Потому что любой пират, он рано или поздно вырастает, и он хочет заниматься легальными делами. Кстати, в реальной жизни богатые пираты в конце своей жизни становились... часто рантье, феодалом или какой-нибудь виноградник большой имели, там даже замки покупали себе, уважаемыми людьми становились. Кстати, отвлекаясь буквально на 30 секундочек от темы линейки, Англия, например, как страна, она, в принципе, родина пиратов, помимо того, что родина гомосеков наших замечательных, но еще и родина пиратов. То есть это государство построено пиратами. Не обошлось без них.
Не обошлось без гомосеков, у нас каждый стрим. Не обошлось, конечно. На каждом стриме эти проклятые гомосеки. Тем меня глубоко волнует, видимо. На подсознательном уровне я постоянно хочу на стрим. Ну, мы просто уже обсуждали то, что сколько там гомосеков... 1% точно есть, то есть у нас сейчас 9 гомосеков в нашем чатике. Ну, это так, небольшая ремарочка. У нас, кстати, практически 900 человек чисто на Твиче. У нас сегодня 900 человек. Чисто на Твиче. Прям рекорды занизенные. Ну, про деньги оно всегда интересно, а когда про деньги и про гомосеков, это просто вообще... Кстати, вам маленький инсайт. Если вы читали недавнее, если вы из России читали расследование про человека, кто за госсчет на ворованном самолете возит своих собак, тратя на них по 40 миллионов рублей, не будем называть фамилии, имен, вы можете посмотреть жену этого человека, этого госчиновника, и подумать, натурал ли он. И вот вам инсайдерская информация, что на самом деле нет. Ну, то есть у нас первые люди страны имеют вот такую тягу не только к собакам, но и к чужим жопам. Ладно, все, хватит о гомосеках, давайте о бизнесе, о деньгах. Ну ладно, немножко можно. Есть еще что-то, что мы, может быть, не коснулись? Мы не подытожили сумму-то, то есть сколько записывать-то? Мы про железки говорили, по-моему. Нет, не про железки, про оплату людей. Ну давай, знаешь как, самый простой пример, это берем количество необходимых людей, то есть нам нужен один человек на 1000 игроков, и платим ему среднюю зарплату по мегаполису уровня Питера, например. Ну, на Москву ориентироваться глупо, потому что большинство людей из Украины нас слушает, например, а у них зарплаты поменьше, поэтому ориентируйтесь 1030 рублей. То есть, если проект большой, серьезный, и квалификация админов у вас выше, чем у школьника там, из 9 класса, то это 50. А если вы молодой, начинающий такой вот админ, скажем так, то 30-ка. То есть, фактически, смотри, получается масштабирован, как бы это выразиться, масштабируемость. То есть мы запускаем, грубо говоря, фришку на 1000 человек. Это много, ребят, попробуйте набрать, на самом деле. Без ботов, без рисовки, без Java-эмуляции, без какой-то покупки 1000 реальных пацанов. То есть вам нужен уже один админ, дальше один КМ, дальше один лидер проекта, кто всех пинать будет, дальше один человек, отвечающий за сборку, или вам придется ее арендовать. Это отдельная тема, вы можете ее с Гугла не скачивать, можете воспользоваться уже готовыми решениями. И там за аренду вы тоже заплатите примерно 1000 долларов на 1000 онлайна. Ну, примерно. То есть, в принципе, я думаю, что можно, знаешь, какую сумму взять? Ну, давай прям по-лайтовому, я сейчас не буду про офигенных специалистов уровня RPG Club, там, говорить, или нашего уровня. У нас, например, есть Хинт, такой человек, мой друг уважаемый, я считаю вообще его бесценным. То есть он спокойно бы от нас в Яндекс или в Google ушел, и минимум он бы получал 300 тысяч в месяц, минимум. Мне вообще непонятно, что он там с нами делает. Наверное, он просто ленится вставать в офис по утрам, и мы часто ему... к сожалению, платим меньше, чем он заслуживает, но тем не менее, вот о таких людях, таких униках мы говорить не будем, будем говорить о обычных ребятах. Давай дописывай еще сотку на четверых. То есть мы под нас скидали, да, еще сотку на персонал обслуживающий, кто должен что-то кушать, хотя бы дошик какой-нибудь. Конечно, можно запускать из Кохляйского села, можно взять у бабки какой-нибудь там шмат сала, да, там горилки чуть-чуть, сесть на хуторе, там, провести туда оптику ворованную. Можно, конечно, по минимуму обойтись. То есть своими силами я призываю молодых и горячих, желающих запустить фри-сервер пиратов к тому, чтобы они все затраты минимизировали вообще. Давайте, наверное, попробуем в конце этого видео, за 30 минут до конца, какие-то советы от меня получить, вот, чтобы я сейчас не распылялся. Может, у нас еще что-то там про деньги есть. Или про технические моменты, нюансы. А советы я в конце скажу. Ну, типа там, как есть сало и поменьше получать зарплату, чтобы побольше денег положить в SEO-оптимизацию какую-нибудь, или там рекламы купить. У того же Вайда, например, я слышал, что у него есть такая вот опция. Он может за деньги обозрить ваш сервер, потратить свое время. Я не вижу. Это не секрет, это не секрет, на самом деле. Я и на фришеды, бывает, прихожу даже на день, но сразу я говорю то, что это купили, и это чисто мнение со стороны.
То есть, если админ соглашается на такое, то, скорее всего, у него сервер не такой плохой, значит, он в нем, ну, более-менее уверен. И он еще и готов заплатить за это, у него есть какой-то бюджет на старт. Кстати, Вайт, мы затронули сейчас твою тему, чтобы немножко люди от меня отдохнули. Если ты сочтешь нужным, расскажи, и мне будет интересно, про заработок именно с вашей стороны, то есть людей, кто... как стример, как видеоблогер приходит, обозревает, зарабатывает. Сколько можно получать в месяц на этой работе и, внимание, что для этого нужно? То есть сколько аудитории нужно иметь, сколько подписчиков, сколько уделять этому времени? Расскажи. Может быть, люди тут не все хотят запускать фришки, а может быть, они хотят именно стать видеообзорщиками этого замечательного направления. Ведь, опять же, помимо Ладва есть и Вов, и не обязательно фришки, есть и официальные продукты, то есть расскажи, сколько можно получать денег. Я чую, если я сейчас скажу, у меня донат перестанет идти, но если у нас сегодня реально все стало по-честному... У нас сегодня по-честному. Давай сделаем вот реально честный подкаст вообще. Ну окей, давайте я тогда даже с пруфами покажу. Ладно, надеюсь, топовые донатеры не сделают никакие плохие выводы, потому что в любом случае это все уходит в контент, ролики на Ютубе выпускать тоже не так просто и кушать нужно. Ну, в общем, вот за последний месяц показываю, сколько пришло доната. 105 тысяч пришло доната плюс оплаты всякого. Это чисто... Все, ребята, я иду в видеообзорщик фришек. Мой последний хай-файв минус 180 тысяч. А у него за месяц плюс 100. Я теперь обозреваю фишки. Вайт, подожди, реклама. Все, у тебя теперь конкурент появился. Ребята, если вы хотите обзор вашей говнофришки, крылышек волокаса, зелено-фиолетовых сетов, зовите старину Дефо, он обозрит, он скажет, какие вы классные, что к вам надо идти. Я за 100 тысяч ваш сервер вообще просто буду любить. И даже один день, как Вайт, там побегаю. Прости, Вайт. Продолжай. Это было только... Киви? Ну, я думаю, наверное, хватит, да? А что еще там есть? Так, стоп, у нас сегодня честный подкаст, не сливайся. А что там? Есть еще немножко YouTube платит ВМЗ, плюс немножко Twitch платит, плюс немножко реклама на YouTube. Сколько получается? Ну, ладно, будем грубо говорить, 150 тысяч в месяц стример моего уровня может делать. В сумме или только Twitch YouTube? Ну, не-не-не, в сумме. Ладно, ребят, смотрите, ну, насколько я Вайда знаю, это примерно подписчиков 20 тысяч на канале, ну, плюс-минус там, мне очень не важно. А видео каждое должно собирать у вас минимум 20 тысяч просмотров, а лучше 60-50 тысяч. Нет, Вайд вас не обязательно? Нет, у меня на самом деле в среднем видео набирает 10 тысяч, но это уже очень много. Есть видео, которые там за 2 недели набирает 20-30 тысяч, некоторые видосы стреляют и по 100 тысяч набирает, но если каждое видео будет набирать по 10 тысяч, то уже не так плохо. И тем я занимаюсь. У меня предыдущий канал, который мне был забанен мейлом, вообще совершенно дико, мы тогда делали великолепные видео, каждое видео у меня минимум набирало 30-50, а в среднем у меня 180, 100 тысяч, 500 тысяч было, блин, за каждое видео. Нет, ну тут еще зависит от скорости, то есть... Представляешь? Все честно было. Ну, сама монетизация, она не очень много так денег приносит. Там больше, конечно, реклама внешняя, то есть какие-нибудь магазины АДН, допустим... Да, в начале. Наверное, нельзя говорить, сколько магазин АДН платит. Ну, кого-то раскрывать. Можно говорить, сколько вы платите? А сколько? Да, конечно. У нас сегодня честный стрим, мы уже пацанулись. Нет, я просто другие магазины не могу назвать, потому что, если ты скажешь, то, что твой магазин можно... Скажи, сколько мы платим. PvLevel платит 60 тысяч в месяц. Вот, в среднем были. Ребята, как... вы можете не идти в офис за 20-ку, а можете рекламить PvLevel, только, конечно, нужна вам аудитория, и она вас озолотит. А ведь сколько можно магазинов? Ведь Вайт не только один пиарит, он вообще там, у него каждое видео топ какой-то там магазин Бендер, там что-то такое. Да-да-да, есть такое. На самом деле он про 150 лукавит. Если он будет пахать, вот именно вот с утра до ночи конвертить видео, выпускать, ходить на все запуски фришек, описывать, веселиться и жонглировать лимончиками, как Джейми Оливер, есть такой популярный этот чувак, который готовит на телевидении, то я думаю, что он 200 плюс будет делать в месяц. Нет, можно, но просто контента нету, и я сейчас пытаюсь сделать более-менее качественный контент.
А он очень трудозатратный. Сейчас мы делали ролик, как это даже назвать там, анонс нового шоу. И там чисто рендеринг вот этого видео, там чары с линейки, которые двигаются по-другому руками, сальто делают. В общем, такой полноценный ролик получился. 15 секунд рендерилось часов 40 нон-стопом на хорошей машине. То есть, когда Blizzard это делают, они отправляют это на рендер фермы, чтобы это все рендерилось. А у нас вот человек это пытался сделать. И 15-секундный ролик, чтобы человеку, допустим, оплатить, выйдет 1030. То есть 15 секунд, оплатить 30 тысяч работы. То есть качественный контент, он тоже не так просто делается. Но он, правда, того не стоит. Народ не оценит, он не поймет. Конечно, он того не стоит. Господи, у меня все вот эти видео, они, конечно, не как у Blizzard стоит, но оно не приносит денег. Ну, кстати, да, вот ты делал Камелот, вроде называется, видео. Вот там и озвучка сколько уже стоила. Конечно, там все стоило кучу денег. Ну, к сожалению, по тем временам, это то, на что мы были способны. Сегодня бы это было бы совершенно иного уровня. Я думаю, что намного лучше. Ну, там качественный текст. Там мой текст, плюс текст одного хорошего человека. Плюс ты сам знаешь, кто озвучивал. Такой неплохой монтаж по тем временам, опять же. Но все это, как ты понимаешь, набрало почти 500 000 просмотров. Потом Mail забанил мне аккаунт. И я, так как не имел партнерки даже с YouTube, не получил ни копейки за этот ролик. Вот так вот. Ну ладно, не будем о печальном. Давайте немножко трейд. Еще. Я еще шапочку немножко возьму от тебя. Давай, если успеешь. Сухарь какой-то мне кидает. Плохой человек, забанил бы его. Он нон-стоп кидает. Блин, нам с тобой, видимо, придется опять уединяться. Ну, я макрос нажал, по идее. В отдельную тему. Нет, он вообще ненасытный какой-то, этот сухарь. Он меня заспамил. Давай я пока к котику подойду, возьму у него еще этих всяких шапочек. Давай, ты мне что-нибудь... Ох, нифига себе, у тебя тут прямо... Народа да. Бегает. Давай, у нас есть какая-нибудь тема, чтобы пока мы не молчали? Я, кстати, однозадачный, ребят, извините, я вот сейчас увлекся тем, что подошел к коту и шапки покупаю для Вайда. Здесь вот спрашивают онлайн. А он увлекся тем, что вокруг елочки бегает. Онлайн-сервисы любых дикторов 1 минута меньше 1000 рублей. Не совсем. Я хотел нанять на один видос Всеволода Кузнецова, и там за 1 минуту запросили в районе 18 тысяч рублей за 1 минуту. Как бы это не совсем дешево, и наши доходы... Ну, не знаю, как у Дефо, но я в минуту 18 тысяч зарабатывать точно не могу. Пока что такого не доросли. Ну, какие твои годы, ты ж только развиваешься, только начал, молодой еще. Это мы уже все пенсионеры, из бизнеса уходим, поэтому сегодня такой полупрощальный подкаст. Ведь на самом-то деле мы уже сегодня затрагивали эту тему, что фри-сервера часто оказываются убыточными, и это не совсем то, к чему я призываю с точки зрения бизнеса. То есть, если вы хотите денег заработать много, то LA2 – это не самый лучший способ, потому что тут уже излет. Излет – это значит, что деньги здесь заканчиваются в этой сфере. Да, они, как вы видите, остались еще у летсплееров, у обзорщиков, потому что конкуренция растет, каждый день запускаются куча проектов, они все, в принципе, разные, но и одновременно они все в ядре-то одинаковые. Но все мечтают получить аудиторию и обращаются вот к нашим замечательным летсплейщикам. Поэтому, если вы думаете, как бы на LA2 сделать деньги, лучше смотрите не в сторону фри, а в сторону именно какой-то сопутствующей деятельности. Ну, такой, как, например, реклама их. Слушай, тут такое хорошее просто предложение сделали, где можно найти аудио-видеоуроки от бога бизнеса. И у меня к тебе есть предложение. А не хочешь ли ты записать серию видео коротких по урокам в бизнесе? Я хочу, но как только у меня будут какие-то серьезные достижения в бизнесе, я этим займусь. Ну, для начинающих, я думаю, ты много мог бы что подсказать. Главное, даже в основном эти уроки нужны не для того, чтобы вот реально научить, а просто промотивировать человека чем-то заниматься. Подходи ко мне, я тебе шапочек дам, я тебя промотивирую. Сейчас еще два круга побегать с этим подпаком. Давай, мне пока не... Я тебя пытаюсь найти. В принципе... Все, нашел. Знаешь, кто занимается бизнес-мотивацией, те, кто
либо ничего не умеет, шарлатан, типа бизнес молодости какой-то, либо добгань какой-то. Тут люди постарше, если сидят, нас слушают, они поняли, о чем. Этот чувак в 90-х водку продавал со своей фоткой, и он говорил, если я вам с этой водки подмигиваю, это либо вы бухой, либо водка настоящая, потому что там лейбл был, и он как бы подмигивал, если под углом бутылочку крутить. Так вот, этот человек разорился, в принципе, с 90-х, и сейчас занимается бизнес-мотивацией, можно погуглить, что он там делает. А что ты мне тред не кидаешь? Я пытаюсь. Даже когда? А у меня нету. А или тебя там отвлекают? Я сижу на холме. Ты нажми на продать что-нибудь, у тебя глюк. А, сейчас. Хочу шапочку из фольги. Кстати, ты можешь бизнес открывать новое, продавать шапочки из фольги. Говорят, ты опытен быть. Это отдельная тема, не будем ее сегодня касаться, у нас содержательный диалог. Так вот, я, в отличие от Добганя, в принципе, не хотел бы выглядеть человеком, кто, будучи несостоятельным, занимается обманом людей. Конечно же, глупо говорить о себе в положительных каких-то тонах. Люди сами составляют мнение, но, к сожалению, мнение в 90% случаев ошибочное, и меня часто считают за какого-то дельца и так далее. А я, на самом деле, бизнесмен-то фиговый. То есть я больше за идею, я больше за идею какую-то именно сделать что-то качественное, интересное, чтобы оно нравилось мне. Если оно связано с каким-то обманом, я от этого отказываюсь. То есть фришки я не считаю каким-то обманом, это как бутылки собирать. Нашел на улице бутылку, отмыл ее, залил компотом и вышел там на продажу. То есть это не отжим ларьков, это не воровство бутылки. То есть я к тому говорю, что как это сказать-то? Я не буду преподавать ни курсы мотивации. Надо, чтобы ты меня портнул все-таки, а то здесь многие просят шапочку. Да, это ад вообще полный. Сейчас тобой опять улетим. Сейчас. Как мало народ нужен для счастья? Бизнес-мотивация у нас будет только тогда, когда у Дефо будет много денег, он будет сидеть на яхте со своей красавицей женой и будет учить молодых людей бизнесу, а мотивация будет служить эта красивая яхта. Как это у Тинькова, например, с его самолетом. Вот. Так, ну ладно, мы все-таки немножко еще от темы ушли. Здесь хотел бы я вот вспомнить вчерашнюю тему, то что... Ой-ой-ой. Как высоко. Черт возьми, я тебе трейд не могу дать. Мне здесь трейд кидает. Давай еще. Вроде успел. О, замечательно, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А ты, может, что-нибудь удалишь, и я тебе еще тогда дам, нет? Да, я думаю, то, что еще пару раз, точнее, даже еще одного раза и хватит, я думаю. И... Да, я согласен. А то мы их избаловали, они шапки не будут покупать, и опять в минус уйдут. Такую тему... Да, ребят, мы тут на шапочках делаем и квест-айтинг. А, да, я же не успел про магазин рассказать, я только начал свое мнение, ты меня перебил, но... Да, в принципе, мы там... Часто было. Все так уже обсудили. А, опять трейды начались, надо убегать резко. А как ты относишься... Ну, то есть про кланы ты уже, то есть, знаешь, то, что это покупается, я думаю, ты давно это знал. А вот насчет... Я очень важно хочу перебить. Но я, веришь, нет, был опять же за идею. То есть мне казалось, что люди, если хотят к тебе на сервак приходить, они должны за идею. Как покупать? Это для меня дико было. А сейчас мы просто поняли, что иначе у нас сервак не проживет и месяца, и поэтому нам вот пришлось это сделать. Это к тому, что насколько я хитрый, хитрожопый делец, нет, мы не используем всякие методы такие черные. А если мы используем, то мы говорим, да, вот, ребята, мы оплачиваем работу КЛов, чтобы вам было интересно. Извини, пожалуйста, продолжай. Ну вот я как раз про это и начал обсуждать. Я тебе уже приводил пример с одним человеком, который у нас неплохо донатит, его мнением. Но мне другой вопрос очень сильно удивил, когда я узнал то, что продаются олимперы. То есть, да, для меня это тоже удивление. Для меня это было нонсенсом, но я думаю, ты сейчас подтвердишь или опровергнешь то, что я говорю, но многие, кто заходит на сервак, они, во-первых, смотрят на количество народа в основных городах, ну, то есть забегая вот в Геран, и смотрят, что здесь по рынку, что здесь по движухе, сколько людей здесь бегает. И второй момент, они смотрят по Олимп-столбу. То есть, когда человек подбегает к Олимп-столбу и тыкает посмотреть, что там происходит, и никого нету, значит, сервак, скорее всего, мертвый. И человек просто не задержится на этом сервере. То есть, как думаешь, есть ли смысл покупать олимперов? Как думаешь, сколько оплачивают таким олимперам? И вообще, что думаешь по поводу этого?
Я думаю, что это какой-то ноу-хау. Как мне кажется, это гадание на гуще серии «Почему у нас не выходит хороший сервак?» Это не про нас, а вот про людей, которые ищут причину и начинают уже гадать. А, наверное, у нас нет олимперов. А, наверное, у нас вот, если бы были олимперы, то к нам бы пришло там 1000-2 человек. Я считаю, что это полный бред, потому что основной трафик — это количество людей, которые приходят к вам с топов различных и от видеоблогеров. То есть никакие олимперы, никакие топовые кланы, даже если вы купите там 2 клана на старте, не сделают вам никакую кассу, если о вашем сервере не будут знать люди, комьюнити вот это лайнейджевое, фришное. Это важный момент, потому что есть официальное комьюнити, оно на офисе сидит и живет, а есть фришные игроки, они вообще отдельная каста, и они тусят именно на топах или у ютуберов, которые, как ты, обозревают какие-то фришки или обозревают ладва в целом. И вот от них они приходят, поэтому нет, это полная чушь. Ну, возможно, я ошибаюсь, да? Может, сейчас мы, думаю, в чатике тоже спросим, у нас почти 1000 человек. Напишите в чатике, важно ли для вас, чтобы на Олимпе было много народа, вообще смотрите ли в эту сторону. Так чисто ради даже интереса это узнаем, потому что для меня это было, ну, действительно шоком, типа, как, ну, еще и олимперов покупают? И, на самом деле, я был удивлен, то, что и кланы покупают, не так я давно про это узнал. То есть, ну, может быть, какие-то догадки были, но чтобы в таком масштабе... 2 года уже покупают, и без этого не запускается никто. Мы впервые это сделали. Я не скажу, что это какое-то разительное отличие, просто мы понимали, что запускать не карибирские хроники типа Hi-Fi в 2016 году, когда линейка уже, в общем-то, закончилась еще в 2013. То есть вот основные бабки, о которых я никогда бы не говорил, они были в 2013 году примерно, до него. И то, я считаю, я пришел очень поздно в эту сферу, потому что RPG Club несколько лет, там 3 года или 4, они запускали фришки. Знаешь, что я тогда думал? Я тогда думал, боже, это каким же надо быть идиотом, чтобы когда есть офф, ходить на фришки. А потом я изменил свое мнение, потому что разобрался в вопросе, плюс рейты-то сильно отличаются. Не все готовы жить на серверах. Мы, например, когда шли на Кадмус, на тот же самый, мы шли с уверенностью, что вот мы там на 2-3 года минимум туда идем, потому что там маленькие рейты, потому что там ужасно тяжелый кач, и потому что мы привыкли к офовскому комьюнити, мы были олдскульной офовской тусовкой. Но оказывается, что существовало и в то время параллельно с нами колоссальное комьюнити, которое не хотело жить в игре, которое хотело фана на месяц, на 2, и которые постоянно, как цыгане, мигрировали с одной фришки на другую. И в те годы и RPG Club, и какой-нибудь Мелкософт зарабатывали космические бабки, с моей точки зрения. То есть мы уже пришли, когда денег становилось все меньше и меньше, но тем не менее и мы застали те времена, когда чистый доход с сервера одного за 2-3 месяца равнялся примерно, как я сегодня уже озвучивал, 3-5 миллионам чистым доходом. То есть сейчас, конечно же, повторить это очень и очень сложно, и, скорее всего, такое может получиться только у топовых представителей. И то не всегда. То есть 2000 последний наш сервер в 2015 году, вот именно с дредом, он примерно принес такую сумму. Мы, по-моему, 5 миллионов заработали. Но это важный момент, потому что, казалось бы, запускай по той же схеме. Ты опытный чувак, это я сейчас я говорю. Покупай тех же самых стримеров, приглашая тех же самых людей, делай все то же самое. Мы Hi-Fi открыли точно такой же. Прямо вот у нас был, по-моему, X30, и мы точно такой же X30 запустили спустя там 8 месяцев, что ли, полгода. И тоже Dread пришел. И вместо 5 миллионов дохода минус 180 тысяч для меня. Ну, то есть, видите, даже DFO, он не может дать 100% схему, по которой вы будете богатым человеком или что-то заработаете в этой сфере. Потому что существует помимо навыка, помимо понимания, что это такое, что такое рынок фри-серверов или любых других. Это же не обязательно ла-2. Мы с РФ работали. Кстати, моя большая любовь. Мы 7 миллионов, по-моему, в 2013-м подняли на одном сервере. Мне вот лично с точки зрения коммерции РФ нравится намного больше, потому что там игра о донате. И там люди заходят, они говорят, о, у вас тут можно плюс 16 пушку заточить. Там люди заходят и говорят, куда мне деньги занести, чтобы плюс 16 пушку заточить. Ну, я в кавычках сказал, там система таликов, она похожа. То есть там люди приходят, и они сильно удивляются, если не было бы доната. Потому что офф-серваки, они с первого дня были заряжены просто по максимуму. Они говорят, куда нам принести деньги? То есть аудитория
RF Online в 2013 году, будучи в два раза меньшей, то есть там старт сервака был 2000 человек, это для Ла-2 провал, приносило в два раза больше. Это парадокс. Мы сидели и думали, блин, как вообще эти деньги выводить, не заблокирует ли их там банк и так далее, там сыпалось просто нереально. А сейчас, конечно, времена не те. Если бы такие же времена были бы, и хрен бы я тут сидел, вам рассказывал о фришках, я бы запускал там РФ-ку там или еще там Ла-2 каждый день. Сейчас, к сожалению, этого нет. А вот те демиурги, те представители фри-серверов, кто начинал с вот этого бизнеса, когда только-только зарождались вот эти все большие MMORPG, они, конечно, уже, наверное, живут где-то не в России, и у них все замечательно. Ну, сейчас-то, наверное, нет, деньги кончились, кокаин, он дорогой, в принципе. Но тогда они были в шоколаде вообще как... А я-то вообще очень старенький дядька. А еще больше, чем MMORPG-браузерки в свое время приносили. То есть там офшор нужно было себе арендовать на Британо-Вирджинских островах или на Кипре, чтобы выводить бабки, вы вдумайтесь. То есть какой-нибудь бойцовский клуб, какая-нибудь территория, какая-нибудь там Ганжа Варс, какая-нибудь арена. Я думаю, что многие, кто сидит, кому больше 20 лет, значительно больше 20 лет, они понимают, о чем я говорю. Там ребята регали офшор, потому что там были миллионы баксов. Ла-2 никогда не генерировала миллионы баксов там за запуск. Она генерировала миллионы рублей. Так что это детский сад и бирюльки. Так, мне нужны, во-первых, еще шапочки. Очень много раз спрашивают про вопрос про Глада Валакаса, насчет его цены и почему ты решил его взять, вроде как ты к нему не очень хорошо относился, говорят. Ну, я сразу даже думаю, отвечу, то что... Давай, может, ты за меня ответишь, потому что я в начале передачи по-честному сказал, Вайт, я вообще как бы не занимаюсь этим, у меня есть люди, кто закупает рекламу. Ну, про цену это я точно не знаю, но вот почему... Нет, типа... я о том, что я не знаю сам, кого мы наняли, потому что у нас команда-то большая. Ну, вот это уже, получается, ты ответил на вопрос, типа, как может Дефо нанимать Глада Валакаса, если он его недолюбливает. А у меня нет... Это бизнес, здесь не важно. Нет, ну давай. Объясню, потому что важное заявление, типа, недолюбливают. У меня... Нету ни любви ни к кому вообще. У меня есть только не принятие образа человека. А я его считаю отличным парнем и очень умным. Он просто знает, что у нас страна маргинальная и что у нас популярная именно вот такой быдлоподача. Андрюха, при всем уважении, я к нему тоже нормально отношусь, но я понимаю, что он аккумулирует на себя аудиторию еще более маргинальную, чем у Валакаса, потому что тюремная тема у нас набирает миллионы просмотров на Ютубе. Вон, загуглите, как входить в хату. Посмотрите, сколько там видеогайдов по этой теме. Потому что у нас пользуются спросом, у нас открываются не новые фришки, а новые тюрьмы. Кресты, например, отличная тюрьма, там ремонт прошел большой, прям хороший. И скоро там онлайн будет, это очень большой. Поэтому у нас... Надо гайды почитать. Да, гайды на Ютубе есть. Там как в хату. Если вам веник кинут, что делать с ним? Вот вы заходите в хату, а вам веник кидают. Говорит, собирай нам, Вася там. Что вы ответите? И попробуйте только неправильно ответить. У вас пребывание на этом сервере в ближайшие несколько месяцев будет очень интересным. Ну, ладно, мы отвлеклись. Я о том, что я не принимаю образ человека. Ну, он мне не близок, да. То есть мне как-то что-то хочется... без тюремных песен про черный дельфин. Но при этом я как концепт воспринимаю Валакаса отлично. Он талантливый парень, у него очень смешной образ в рамках, да, своей маргинальной тематики. Он очень популярен, он зарабатывает, если не ошибаюсь, он вообще хохол, он там цыпляток разводил каких-то, а сейчас он может уже не питаться мивиной. Мивиной — это аналог доширака на Украине. Не спрашивайте, откуда я это знаю. И он, в общем-то, создал классный медийный проект. Он вызывает во мне только уважение. А с точки зрения зрителя, да я в жизни не буду это говно смотреть. Потому что, да, это одноклеточная какая-то трясня, высранная, я не знаю, цыплятами этого Лакаса, все его стримы. Но отмечу, что на гитаре он иногда цепляет душу. Молодец. Ну, да нет у меня какого-то неуважения к людям. Я понимаю, что это бизнес, это маленький шоу-бизнес в рамках интернета. И тут лучше всем дружить и ни с кем не ссориться. Меня просто представляют таким человеком, который там, да, циничный какой-то мудак, который всех за говно считает. На самом деле нет, это тоже образ цинический некоторый. Хотя, да, большинство людей я за говно считаю. Не будем обманывать, раз у нас сегодня честный стрим. Ладно, не будем об этом. У меня есть люди, кто закупает рекламу. Они пригласили Валакаса. Спасибо им большое, что он согласился, потому что он добавит аудиторию. Вот у нас сейчас, я посмотрю, сколько онлайн реального. Я сейчас нажму в ку команду ГМ-скую и посмотрю. Вот с прайм-тайм сегодня
почти 5000, да? Да. Плюс у нас ночью бан был такой неплохой. А, да, 5к вполне реально, делите там на 1.5 про окна и получите онлайн, как на офисе сейчас. Придите в Геран, полетайте в Гадарде, посмотрите сами на живых людей, сколько бегает. Напомню, что ботов нету сейчас, и мы постараемся, чтобы их не появилось, потому что будут переписывать этот платный софт. И, естественно, нам придется что-то с этим сделать. И я вас призываю не ботить, потому что вы уйдете в бан, и это будет цепная реакция неприятная. Вы уйдете к кланам в бан, например, да, или своей пачкой, и посыпятся за вами другие пачки, и онлайн как бы снизится. А сервак-то классный у нас, реально. В коем-то веке серьезная грация финал. Приходите, ребята, делаем для души. Если оно за месяц принесет денег нормально на окупаемость, то... Да, хотя видно, что оно уже принесло. Я тогда сказал, если первый день окупилось, значит, сегодня ништяк. У меня за первый день идеально прям 0-0 вышло. То есть онлайн хороший, он не фантастический. У нас было, как я говорил, уже 7 тысяч, 8. Вот тогда бабки были. Сейчас этот сервак окупаем, и он заплатит своим сотрудникам. То есть мои люди 2 месяца, 3 месяца будут получать зарплату в полной мере. RPG Club получит свой миллион за аренду этой замечательной сборки. И, может быть, мне там достанется чуть-чуть денег. Я клянусь, я не преувеличиваю. Тут не какие-то суммы, как я назвал, там, в 2013 году мы получали. Но, кстати, стоит отметить, что Пентовар, это мод на Ла-2, да, она заработала там почти уже 7 миллионов. И там затраты вообще минимальные были. Ну, то есть там была драма небольшая. С Пентой заниматься интереснее. Но, как бы, я не получаю этих денег с Пенты, поэтому я только могу назвать затраты на нее, на пиар, там, да, там почти 1 000 000 рублей, а то и больше ушел только на пиар. А за качество проекта я не отвечаю. Кстати, это к вопросу о порядочности некой и идеологии. То есть, если я не живу проектом, если я в него не верю, если он мне не интересен, если я вижу, что это обман людей, ну, в том или ином виде, может, не прямой, но вот так вот, то я не подписываюсь под этим. Так сложилось, что часть моей команды и люди, кто являются учредителями моих проектов PlayDefo, они смогли запустить, скажем так, без меня. Это сложный вопрос, очень болезненный для меня, потому что и Пенты не должно было быть на PlayDefo ни в коем разе. Но вот она возникла, и у нас вышел конфликт. Тем не менее, коммерчески это очень успешный продукт, и если бы я принимал в нем участие, я бы заработал лично больше 2 000 000 уже за месяц. Ну, за 1.5 месяца, наверное, так получается. Но вот, я не заработал ни копейки. На Ла-2 пока тоже. Меценатство чистой воды. Вот поэтому я и ищу какие-то варианты, чем заниматься, куда свой талант применить. У меня гигантский опыт в этом направлении. У меня есть аудитория моя преданная, которую я уважаю и люблю, с которой мы не только в рамках Ла-2 общаемся. У меня вообще сейчас сайт уже не про Ла-2 давно, а за жизнь, как ты понимаешь. И бизнес мне интересен, и страна мне интересна, и многое-многое-многое. Прости, меня унесло опять, как всегда, ну, ты знаешь. Тем не менее, содержательное было такое выступление, и про бабки немного говорить. Сколько ты насчитал, скажи мне, пожалуйста. Ну, да, окей, давай сейчас подведем промежуточный итог. Я, правда, хотел что-то еще посчитать, но я уже не помню, что именно. Но основные моменты, да, в принципе, да, мы посчитали... Грубо говоря, 600 тысяч выйдет открытие сервака, но мы не считали сборку, на которой ты говоришь, что ты отдашь 1 000 000 RPG Club. А если есть другие сборки, есть у нас, в принципе, 2 сборки. Есть финал, есть хай-файв, на них все и запускаются. Имею в виду... вспомнил, что я хотел обсудить, сейчас я, в общем, расскажу. Две сборки на ХФ, их все знают, там Open Team как-то называется, еще одна, ну, не так важно, то есть они там подешевле. То есть ну, какие-то деньги заплатить? Нет, ну качество там тоже не самое плохое. Сейчас все-таки Ява-серваки тоже выросли. Столько лет фиксить. Согласен. Если там 3 года назад я говорил, боже мой, я вот говно какое-то. Сейчас аудитория уже такая, что ей наплевать очень часто. У нас вон бегают люди, говорят, какого хрена нету автолута. И мне, с одной стороны, хочется сказать, да пошли вы нахер, блин, я сколько 10 лет отпахал Ла-2, никакого автолута не было. А с другой стороны, я понимаю, в 2016 году нагибаться, нажимать кнопку, чтобы по Дену поднимать, что за бред? 15-летний какой-нибудь школьник придет, он вообще скажет, это что такое за говно мамонта? Тут полигонов меньше, чем в Майнкрафте у меня. Ну, сейчас ситуация тоже немного изменилась. Я раньше играл только на офе. Первый фришот, который у меня был, ну, не считая самого первого после офа, это был Дефо.
А, ну, собственно, твой сервак. И... Ну, ведь все лучшие люди к нам через нас прошли. И я не мог играть ни на каком другом фришерде, я говорил, типа, вы что, с ума сошли? Это же да, это вообще же не L2. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас я не могу играть по ТС на ХФ, потому что он весь изучен, это скучно. А на фришерде бывают всякие новые нововведения, упрощения, тот же баф в Alt-B, который я сейчас даже все время такой Alt-B, чтобы бафнуться, а тут ничего нету. То есть время, наверное, немножко прошло, и вот как раз я вот по статистике, если посмотреть по тому же Game Guard, он же подводит статистику, сколько сейчас игроков находится на серваках. И на самом деле онлайн-то потихоньку растет на 2016 год, и в 2015 было хуже. Вот как ты про это говоришь? Где именно он растет? Ну, больше, конечно, на интерлюде растет. Почему-то на интерлюде больше онлайн, чем на ХФ. Но не на знаю, ХФ... я никогда не поверил. Ты тут квалифицированнее, чем я, потому что... Нет, я тут тоже удивлен. И опять-таки по заказам нет. Тоже я вижу то, что гораздо больше фришердов стало открываться. Более-менее крупных, с серьезными подходами. Вот сейчас, да, ты затронул важный момент, потому что я как бы рассказывал в негативном ключе. Ведь важно, ребята, понимать, что с точки зрения запуска серверов, если вы не работаете с каким-нибудь RPG-клабом или топовыми представителями, кто у вас собирает большую часть денег взамен на хорошее качество, высокое качество, вы, в принципе, можете остаться в плюсе, потому что вам не нужно, да, арендовать сборку за миллион, когда вы можете арендовать там что-то за дешевле даже, чем $1000. Ну, вот я как раз примерно расскажу тоже, сколько денег вкладывали в некоторые серваки, которые открывали самостоятельно мелкие. Сейчас мы как раз по дефолту, по итоге тоже то подведем. Мне, парни, меня, дай зрения... шапочки. Шапочки? Да-да, это народ просит. Давайте, сухарит. Я забанил. Вряд ли трейд смогу тебе кинуть, наверное. Заспамил меня этот человек. О, дал. Ничего себе. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На. Води их, как по пустыне водил один известный еврей. Народ, вперед. Смотри, у меня почему заканчивается вся эта тема, потому что гигантские издержки. То есть, если когда-то, если сервак приносил, да, 5 миллионов, то мы могли там отдать, соответственно, 2,5-3 RPG-клабу, и нам еще 2 оставался. То сейчас, конечно, таких сумм нету. Я работаю, как ты видел в примере весны. О, господи, побежали за тобой. Я тебе это перебью немножко. Это у меня... Лишнюю шапочку я забыл отдать, и мне не хватило слотов, надо еще раз трейд кинуть тебе. Да ты что? Так фейлится, боже мой. Я сам удивился, когда я открыл трейд, и мне там одна шапка лежит. Кто-то не принял. Здесь люди очень часто мне трейд кидают, и когда я им трейд даю, кидая шапочку, они по инерции кидают еще раз трейд, отменяют, который был, и остаются без шапочки. А давайте себе... Полетели вообще от них нахрен? Чем мы сегодня разойдем? Давай последние 30 минут нашего стрима проведем с тобой в это... Наедине? Мне наедине, становится да. страшно. А то мне здесь рассказывали некоторые слухи. Сейчас я тебе... Знаешь, как молодой маг, у меня песенка любимая есть, сделать хотел козу, ну песня такая, палец застрял в носу, потому что я постоянно ошибаюсь с командами. Ну, сейчас посмотрим, насколько сильно мое колдунство. Сейчас меня тебя выделить надо. Опа, поднимайся в воздух. Ой, это я. Не, смотри. Я как Гарри Поттер. Хоть и начинающий, но иногда что-то получается у меня. Полетели с тобой вместе. В тандеме. Куда-нибудь от них. Все, бомжи достали. Так, полетели налево, полетели налево. Ты видишь меня? Можешь по мне оси взять там что-нибудь? Да. Я пытаюсь, я видел тебя, ты врезался в стену и пропал. Не, за мной. А, я правильно лечу? Повыше, повыше. А, ты выше. Полетели к замку какому-нибудь, чисто по... Все, нашел тебя. Так, на чем мы остановились? 30 минут у нас осталось. Насчет фришердов, ну давай я тоже немножко скажу. Я закончил с тем, что да, ребята, лучше, выгоднее... эти готовые сборочки покупать, не тратить кучу денег, потому что мне уже это не рентабельно, и это именно по фану. То есть комьюнити захотело, я запустил, никакой тут большой наживы нету. Скорее всего, если я когда-нибудь буду еще что-то запускать, то в принципе я, наверное, запущусь над чем-то готовым уже. То есть мне сложно отдавать в месяц по миллиону, ну, несерьезно. Тем более я трачу свое время,
Сейчас уже кризис, доходы совершенно не те, таких диких нету. РФ-ки все эти сдохли, все это сдохло. Я сейчас смотрю, какую ММОшку запустить и как это все делать, как реорганизовывать бизнес и так далее. То есть сейчас даже молодые какие-то компании, которые запускают интерлюд, хорошо работают с кланами и так далее, они зарабатывают гораздо больше, чем я. У меня куча партнеров, у меня куча делений на проценты. У меня на последнем сервере даже админы заработали больше, чем я. У меня админ купил холодильник, а я, да, так сказать, ушел в минус. Поэтому мое-то время тоже чего-то стоит. И я буду делать качественный проект нового уровня, не обязательно ла-2. Ну и ла-2, естественно, сделаю. И тогда вот я буду уже давать советы какие-то, бизнес-тренинги и так далее. Пока, ребят, у меня парша нету классного, заряженного, небэушного, не ждите от меня выступления, как прийти к успеху. Вот как только он появится, все, приходите на семинары, чтобы... Ты уже сколько лет на него копишь-то? Да я не коплю, на самом деле, нифига. Вот. Тут взрослая жизнь, иные совсем. Жена, да, ребята, женитесь. Это как, знаете, как X2 у вас будут... рейты только в обратную сторону. Ну, в этом нет ничего плохого, потому что жена, на самом деле, это намного лучше, чем любой Porsche, и больше чем уверен, любые богатые люди, но несчастные в браке, они мечтали бы все поменять, но чтобы в личной жизни было все в порядке. С этой точки зрения я самый богатый человек, и вот как раз какие-нибудь бизнес, не бизнес даже, а тренинги личностного какого-то направления, вот, у меня бы вышли лучше, потому что я знаю, о чем говорю, и потому что на мне, как на сапожнике, сапоги есть, ты еще какие. Давай немножко... Ты когда-то сказал то, что лучше жена, чем... Я думал, ты продолжишь муж. Нет, ну, кому как. Какой-нибудь Элтон Джон с тобой не согласится. Лучше, чем жена, именно муж. Так, что у нас... Да, я так и не успел. То есть, по итогу, на этот сервер, грубо говоря, у тебя ушло 1 600 000, если считать купленную сборку у РПГ. Ну, естественно, нужно говорить всегда о зарплатах, то есть при выплатах, при процентных выплатах. Ну, мы все-таки грубо считаем, у нас там плюс-минус. Да, да, примерно, да, совершенно верно, на месяц у меня уходит 1 600 000. Так, и теперь самое интересное, сколько в первый день принес этот сервер? Блин, какие хитрые вопросы. Ну, приблизительно, за, ну, раз уж все честно говорим, то примерно 300 тысяч принес этот сервер. Для сравнения, за один день RFA Online принесла больше 400 тысяч, при в два раза меньшем онлайне. Два раза. А важно, ребят, что, я же сказал, не все затраты. В первый день, я имею в виду, должны погасить затраты на видеоблогеров, на топы, на рекламу, не на аренду сборки. Ну, если без сборки считать, то да, это хорошая сумма. Примерно бюджет должен быть... Так, вот ты сзади меня летишь. Да, ты летаешь быстрее. Да. У тебя там ГМ-бег, скорее всего. Нет, у меня накормленная виверна, у тебя нет. Голодная, злая, тебя укусит в конце стрима. То есть, ребят, если вы за день зарабатываете примерно такую сумму, значит, у вас проект более чем удачный, и в дальнейшем вам нужно только поддерживать к нему интерес, чтобы ваша комьюнити не убежала от вас хотя бы за месяц. Давай теперь я тебе расскажу, это как топовые фришерды открываются, которые живут более-менее. Ну и то не всегда они долго живут, это не всегда так получается. А более-менее мелкие фришерды, допустим, можно открыться всего лишь с бюджетом, сейчас ты не поверишь, 80 тысяч. Почему я поверю, я все про это знаю. Ты скачал сборку там за 20-30 тысяч, арендовал два пацана на дошираке, на домашнем компе. Я считаю, что это классный бизнес. И мне, как бы, даже на самом деле сейчас кажется, что такой подход... он выгоднее значительно, потому что серьезную команду содержать высококвалифицированных специалистов можно только, если у тебя официальный продукт или уникальный, не линейка, которая, да, есть у всех, вот, с Google скачивай, запускай, а именно что-то такое уровня архейджа, и чтобы не было больше фришка архейджа. Тогда имеет смысл вот этих сотрудников уровня Яндекса, да, и Google держать, платить им такие зарплаты. А если у вас вот такое, такой бизнес, то, конечно, скачивайте, блин, за 80 тысяч спускается. Ну так что, и сколько зарабатывали эти ребята? Мне интересно, сколько времени на этом стриме я поговорил. В основном другая проблема, то, что я больше разговариваю, чем у меня в гости в эфире.
Ну ладно, так легче вести. А, и за месяц этот сервак принес 120 тысяч. То есть 40 тысяч он прибыли, ну как бы мало, но если смотреть по процентным соотношениям, плюс 50% от вложений. Ну смотри, яички. Ну у нас, конечно, суммы, как ты понимаешь, раньше были совсем иные. То есть, ну это серваки, которые на старте набирают 300-350 онлайна. Помнишь это? Видишь яйца? Я вижу. Прикольно. Ну, то есть, ну, если верно, вещи ты видишь снизу, а когда сверху летишь... Не, я же прошаренный игрок, я кэлом был, с лидером, с нормальным кланом. А, тебя это не... Я тоже летал, плюс я же очень сильно люблю лор, и... не знаю, можно... Я знаю, у тебя выпуск есть по истории, да, классный. Я вот смотрю. Меня просто некоторые моменты в игроках удивляют. Ладно, небольшую ремарку сделаем не по теме, буквально на 5 минут. Многие возмущались, допустим, с обновлением года. Типа, почему вы ввели в год, от чего вы начинаете выдумывать? Хотя то, что будет год, было известно там еще в далеких, не знаю, ну, нас можно сказать, да, с первой линейки это было известно. То есть с 99-го года это было известно. Да, история-то, она заложена уже. Насчет Троскена и яйца. Подойти к гномам деревни, допустим, даже в первых хрониках, там, ну, какие у нас же ПТ-сборка из Т4, вот там пообщаться, и все говорят, что есть Троскен, дитя Шилен, что-то мы боимся, что она вылупится, и там есть этот... яйцо ее, и ты бежишь в мифриловые рудники, очень далеко, я показывал на ПТ-сборах, на явах, там закрыта зона на ПТ, кстати, вот у тебя можно туда сбегать, и там реально яйцо Троскена, и которое в годе, вот ты в годе туда приходишь, на совершенно те же самые локации, и оно разбитое. То есть про это было тоже известно с 2003 года, то есть как линейка вышла. Ты знаешь, какая претензия основная к реализации? Реализуют следующие хроники команда, которая молодая, и она выросла на Вове. И она вот очень многие фишки, и геймплей, и механику всю перетащила из Вова, потому что они малолетние гандоны, простите меня в эфире, у меня нет просто зла на это. И они не прониклись вот этим вот всем, что представляло из себя Ла-2 до года, пришли и сказали, ой, что-то у вас уже игра стала каким-то говном, а давайте мы ее реабилитируем и сделаем все как в Вове, потому что Вов это классненько, потому что мы в Вове всю жизнь как бы сидели, бегали, введем эти сердечки над головой, введем вот эту бешеную анимацию, введем вот этот тайминг по скиллам, уберем всю механику предыдущую, ведь когда год только вышел, даже не важно было, какое у тебя оружие надето. То есть там перешла игра на скиллы, на демакса скиллов. Не знаю, как сегодня там, но вот тогда это дико убило. То есть до этого мы качали пушки, мы их точили. А у меня первое, что случилось в годе, когда обновление настало, я надел свои старые S-дуалы. Потому что ХП и рефлект дамага были гораздо выгоднее, чем плюс 16 и новый дуал. Ну, и тем более, это да, это было так. Чем там S95. Ну, то есть... Прости, нет, ну можно возмущаться геймплеем, да. А можно возмущаться, допустим, то, что ввели арты. Типа, зачем добавлять новые расы, когда они там не были предусмотрены? А я так знаю, ты лор тоже немного знаешь, знаешь, что такие арты были. И меня это тоже немножко удивляло. Еще и вампиры вполне могли, кстати, вампиров добавить, потому что по лору они есть, но они как крипы, как мобы, но могли расу спокойно добавить. Было бы жутко классно. Я, кстати, очень ждал. Ну, в теории, да, но вот просто Артей-то это вот прям такая раса, которая там улетела, и никто не знал, где они. Да, да, а тут да, они их ввели, и люди думают, что это новое придумали, и это не по лору. Никто не читает, никто не читает, никому не интересна эта игра с точки зрения именно истории. А она, кстати, в постгоде вообще офигенная. Контент же растет. Квесты же не исчезают предыдущие. Да, я его из этого немножко изучаю. Нет, ты говоришь, вот то, что неинтересно, достаточно много набирает просмотров. Нет, очень интересно. Ты немножко можешь... Я говорю, механика мне не нравится, поэтому мне не интересно. Не-не, я говорю не про тебя, то, что людям не интересно. Лоры, то, что они не читают. Мне там все же интересно по лору. Просто читать лень, а там видео посмотреть, что как происходит. И я вот делал стрим еще по первой линейке, потому что... Но первая линейка — это очень круто. К сожалению, конечно, у нас нормально в нее не поиграть. Но именно по раскрытию лора достаточно интересно посмотреть, что у нас в первой линейке творится, и ты примерно будешь понимать, что произойдет во второй линейке. Ну и вот я еще очень сильно жду Lineage Eternal, вроде так он будет называться, типа Diablo, но там будет развитие сюжета. Кстати, вот что думаешь по вот этой игре? Я думаю, что надо попробовать обязательно. Вот мобильное во мне вызвало какую-то скупую тоску, потому что я понял, что это для, знаешь, срубить бабла. Но вот это, она попыталась вернуть
больше, знаешь, вот графику из первой части. Не потому, что они захотели какой-то примитивный Diablo-стайл сделать. Как сейчас же все RPG-шки, они, в принципе, одинаково выглядят. Там камера сверху, персонаж небольшой. А просто потому, что они поняли, что у них в Корее основная фишка — это LA2-1. То есть ты знаешь статистику, она намного популярнее, она несоизмеримо популярнее, чем LA2. Да, я тоже показывал доходы. А вот у них график чудовищная. И они поняли, что раз народ не хочет вот такого полного 3D, значит, нужно 3D, но с RPG-шным вот таким вот углом камеры, как в Diablo. Ну и как в LA2-1. И они, соответственно, делают игру, пытаются для все-таки аудитории первой LA2. Ой, первой LA1. Запутался уже вот в этих названиях. Но факт в том, что я думаю, что это будет очень качественный продукт. И нам обязательно стоит посмотреть. А с учетом того, что они ее откладывают и откладывают, если бы им важны были бы деньги, они давно уже бы выпустили, как есть. Важный момент, что если они контент пили, а то куда ты делся? Мы на Хейм летим. Да, я тоже. Ты Альфен, исчез. Летели на Хейм. Да, я, видимо, летел от тебя. Нет, я к тебе, да, летел. Ты... То есть, если все это время они не филонят, и с того момента, когда они показывали нам видео этой линейки, они все пилили, то значит, очень круто будет. Поэтому ждем, хоть что-то новенькое. Спрашивают, какие игры или компании топовые по найму стримеров. Но раз у нас все-таки здесь больше про деньги, давай я здесь отвечу. То, что Innova очень жадная. Innova платит очень мало за час стримов. Из-за этого от нее очень много людей по итогу отказалось. И был такой нюанс, когда происходил большой турнир по классику, PvP-турнир. И все нормальные стримеры отказались, и Innova сделала конкурс. То есть присылайте свои работы, и вы получите возможность бесплатно стримить наш турнир. Бесплатно. Боже мой, тут ребята получают отсотки нормальные. И вот им там кто-то бесплатно стримит. Знаешь, Innova немножко, при всем уважении к ее сотрудникам, она компания из 2000-х. Они как бы считают, что тот механизм и та методология привлечения игроков... То есть никакой. То есть это типа у тебя есть известный проект, именитый, и все к тебе придут. Это так отчасти, но уже и не работает. Потому что раньше была только линейка и был только WoW. Выходили всякие вангуарды, выходили всякие Age of Conan, выходили всякие в последнее время SWTOR, ну такие хайповые проекты. Warhammer был совсем недолго, кстати, с великолепным PvP, уже тоже никто не помнит. Но выходил, как правило, один тайтл в один год. А сейчас релизов, особенно релизов локализационных, китайских, их, блин, просто каждый месяц вообще хоть жопой жуй. То есть, получается, аудитория размывается. Людей-то все так же, население все такое же, оно не растет. А игр все больше и больше и больше и больше. Innova считает, что... Точнее, не считает, она не уделяет этому внимания, что нужно биться уже за каждого игрока, за внимание, и пользоваться услугами как раз вашими. Поэтому я призываю Innova одуматься и начать уже... Слушай, а мы долетели до конца, представляешь? Офигеть. Вот так вот, какой маленький мирочек-то оказался. Но мы сбоку просто полетели. Мир, на самом деле, ладно. Мне Элвашной очень сильно нравится. Ну ладно, хочу продолжить ту тему. Вот Innova, если платит примерно 150 рублей в час, что, ну, очень смешно, фришеды платят 2000. 150 за час, да? Нет, не за час, получается... А, фришеды 500-1000 за час платят. Ну, то есть, ну, грубо говоря, будем считать 500 в час, то есть 3 раза больше фришеды платят. И у меня просто есть пример, уже достаточно долго сотрудничаю с Террой. Ой, забыл, как у них официальная компания называется. Destiny. Да, Destiny. То есть, Destiny. Вот с ними и встречались уже, и уже не первый раз что-то для них делал. Они платят, ну, они пипец платят огромные деньги. То есть они за один стрим 5000 могут прям смело кинуть, и им все равно. То есть получить... Богатый. Что? Destiny, видимо, богатый. У них батва онлайн, еще и жива, деньги приносят. Так... Вроде казалось бы, Терра вроде уже не живет, откуда там деньги? Да, мне тоже, кстати, удивляет. Кстати, классный маяк. Спустя столько лет смотрится довольно мило. Так, да, я как раз, да, я как раз его и заметил в самом начале, куда пролетал. А что еще помимо Терры, где еще приглашают? Mail, например, с Архейджем. У них сейчас локализация нового китайского говнища какого-то лютого. Там просто смотришь, глаза вытекают. Ну, и графон так себе. Ну, Mail тоже неплохая компания. Кстати, Хаос купили, вот они, целый клан. Макс своих миньонов. Просто Mail любит выплачивать всякими игровыми вещами.
чтобы ты разыгрывал, аудиторию поднимал, не знаю, РМТшил каким-нибудь образом. Много дает, но вот денег реально как-то, если только прям очень топовым блогер, они больше смотрят на миллионники, наверное, каналы, но там другие деньги, там уже чересчур большие деньги. То же самое, как и с БДО. То есть они готовы платить сотни тысяч, но они рассчитывают сразу на каналы. Причем я не понимаю, они немножко не понимают, что такое целевая аудитория, что ли. Когда заказывают рекламу там, где делают люди всякие там вызовы, где там тебя попы по асфальту тянут, и они там заказывают... Я понял даже, о ком речь. Вот, они заказывают там миллионные рекламы, а там реально реклама очень дорого стоит. У Ивангая, допустим, реклама стоит 1 миллион рублей на ролик. То есть здесь деньги большие крутятся. Но там же не целевая аудитория, им же нужны игроки. Нет, компаниям нужны долбоебы, вообще-то. Это правда жизни в том, что наибольшие деньги приносят долбоебы. А их 95% вообще людей в мире. Но это вот факт, это не пренебрежение какое-то, это факт. И, естественно, компании заинтересованы в том, чтобы дурачок, он как бы пришел к тебе, и он не задавался вопросом, что сколько стоят какие-нибудь кристаллы, ну, как чаще всего донат валюты, какие-нибудь волшебные кристаллы, какие-нибудь монетки, какая-нибудь фигня. Там игра-то, в принципе, она построена только исключительно на донате. Поэтому нужен человек, кто не разбирается ни в механике, ни в чем, чтобы он взял кредитную карточку, привязал к оплате. И все, и донатил. Поэтому нафига нужны какие-то там люди, кому интересен бизнес, там, кому интересны РМТ, кому интересна механика, кому интересен лор, прости господи, какие сейчас игры содержат какую-то историю, вообще никаких. Что такое Айон? Ну, я его часто упоминаю, потому что он начал деградацию вот этого жанра, то есть были светлые, были темные, эти Элиос, или как там, Малины называли, и там няшки. И они махались. В Терри там еще меньше сюжета. Просто есть большая панда с топором и крокодил. Иди бей топором крокодила. Ты классная панда, купи себе шапочку. Потом будут педоняшки с гигантскими алебардами или с вот этими, ну ты сам знаешь, на цепях такие сюрикены, я не знаю, как это связаны, которые в 10 раз больше, чем эта педоняшка. Купи новое платьице, заячьи ушки на плюс-плюс-плюс какой-нибудь стат, тебе волшебного пони оранжевого дадут, который радужкой там из попы какает, когда он ускоряется. Все, какой лор, какая история, какой бэкграунд, какие там эволюции, вот это яйцо там, как ты рассказывал сегодня, там никто ни зачем вообще не следит. Главное, пестрая локация, как можно больше и смешнее, и тупее ушки веселенькие, и все, вперед давай бабло неси. Вот, рулят, а танки... Не, судя по чатику, многие хотели посмотреть на твое... на яйцо на этом сервере. Мое яйцо? Не хочется туда сейчас лететь. И здесь пишут то, что прилетаете в Кетру, там сейчас куча народу, ПВП и интересности происходит. А где ты сейчас? Я не знаю, я за тобой летел. Ну, я сейчас в Devil Island, и тут дырень прикольная такая. Да, да, там кораблик. Не ошибаюсь, пойдем мы в пристань полетим, а там в Геран прилетим и закончим. А, в Дионе наш стрим закончим. Да, я придумал такую тему. Ух ты, здесь красота какая-то творится, смотрю. Где? Линейка и красота, 2016 год, противоположные вообще значения. Тем не менее, графика на самом деле не бесит. Если локация выглядит, конечно, уже куцами, то сеты все еще тащат. Я здесь не был никогда, вот надо же. Я вроде про линейку знаю практически все. Ты в Devil Island или где-то? Да, то есть я прилетел с другой стороны. Прилетел в пещеру, да? Да, в пещеру. Здесь РБ стоит, я даже не знаю, как до него добраться. Здесь нет уже проходов к нему. Вот так вот, историк Пла 2. Врата, может быть, эти врата еще открываются, как в старые добрые времена. А я вот тоже яйцо не видел никогда, веришь, нет. Вот ты сегодня сказал, я послушаю, где оно находится, пойду смотреть яйцо. Сначала подумал, что ты сказал, кто хочет на яйцо дефо посмотреть, потом понял, что на яйцо на этом, на сервере, поэтому... Ух ты, слушай, классно. Смотри, там сундучки с золотом. Блин, ребята, нет, все-таки линейка, она прикольная. Линейка — это очень круто. И, скорее всего, эти врата открываются ровно в 12:00 по времени игры и ровно на 2 минуты реального времени, то есть на 12 минут игрового, если я не ошибаюсь. А, такие же врата раньше были на Захине, кто... Вот ты же фармил Захина, когда он еще не стал инстансом. Там как к нему можно было зайти? Ждать, когда врата откроются. Это было настолько круто. Мне очень нравилось это в линейке, то, что не было никаких инстансов. И чтобы попасть к Захину, ты реально ждешь, когда врата откроются. Было очень круто.
И вот это я тоже не знаю, что это такое. А ты в курсе, что у первых рейнбоссов у них еще ведь история есть. Если ты наведешь и прочитаешь, там есть полное описание, что он, чей ребенок, кому принадлежит, да, что случилось. Это так жутко классно. Вот казалось бы, один абзац текста, а он как бы too much душа. Я бы полетал, показать бы тебе еще несколько клевых мест, допустим, то же место, где должна была... Давай, знаешь, давай вот стрим не про бизнес будет, а мы с тобой соберемся, как у тебя будет время, и именно посвятим стрим интересностям. Мне было бы очень интересно, если да, честно. Да, лору так... и не только... Да, давай, давай, слушай, и... классная идея. Я тебе... Я такой стрим делал с, как его, Елайтом, у нас там, ну, 20 с лишним тысяч набрал просмотров ролик. И тоже мы пробегали несколько территорий, рассказали истории. Кстати, вот я наконец-таки смог разузнать, что это за столб возле Колизея Адена. Нам налево. Я с тобой ты быстрее летаешь, максимальная скорость на Виверне 250, а ты летаешь быстрее. У меня 250, как такое может быть? Я, потому что папка. Так вот, ты понял, про что я говорю? Там, где сверху РБ 60 уровень. Там разработчики вообще. Да, там разработчики, и я наконец-таки выяснил, что это за имена, кому они принадлежат, и было, ну, круто вот эту пасхалку изучать. То есть, кому они принадлежат? А я не помню их имена, у них имена сложные. У меня записано, у меня в группе отдельно есть пост. Надион, летим через это. Отдельно есть пост, где все это расписано, так что, кто сейчас слушает, переходите по ссылочке внизу в описании этого стрима. Кстати, там есть ссылочка на описание этого сервера. Тоже можете потыкать, чтобы тут поиграть. Да, ребят, давайте на Play Defo. Реально ништяк сервак, кроме шуток, когда не стыдно за то, что запустили. Так вот, и там есть ссылочка на ВК, где можете вступить и почитать всякие интересности. Пытаюсь чем-то интересным, конечно, группу развлекать. Так, Вайт, у нас 8 минут осталось, пока до Диона как раз мы долетим, там спешимся у ГК. Есть либо вопросы какие-то, либо я могу же пожелать что-то, как я сказал в конце стрима, для людей, кто хочет попробовать себя в роли админов, кто хочет что-то запустить. Ну, давайте вопросики позачитываем. У нас сейчас, кстати, все больше и больше становится. Я думаю, мы сегодня можем даже 1000 человек разменять, что достаточно неплохо. В общем, задавайте любые вопросы, прям каждый вопрос рандомно беру и зачитываю, они не только будут о коммерции относиться, раз у нас немного нет, времени. Нет, коммерцию, блин. Или мы с тобой чуть побольше посидим, что ты хочешь? Ну, нет, это все равно, если просто у тебя время есть, то, конечно, я, можно. У меня время есть, раз аудитория есть, люди ждут. Просто все если, для вас. Если людям интересна только коммерция, допустим, и твой сервер, и просто еще некоторые вопросы. А что в нем интересоваться, ребят? X30, классическая грация... Кач средненький, на бустах отличный, донат минимальный, нет заточек 100%, нет S-заточек, ничего нет. Приходите, смотрите онлайн в Геран, паркнитесь, сами увидите, или этот стрим будет выложен на YouTube, я надеюсь, давай. Да, конечно, будет выложен. Вы там посмотрите, мы шапочки раздавали, люди живые, все бегают, вообще отличная грация финал. Не надо о серваке спрашивать, давайте что-нибудь, либо о деньгах, либо о чем хотите. Ну, здесь вопрос серваки. Немножко с серваком, но больше к деньгам, наверное. Вот здесь спрашивают. Ой, я люблю деньгам, это. То, что чем казуальнее шлак, тем больше его рентабельность, и почему так? А к твоему серваку это относится, потому что он нифига не казуальный. То есть, какое твое мнение вот казуальщине? Мое мнение о казуальщине мы с Анзи обсуждали на предыдущем стриме. Это какая-нибудь краш-сага какая-нибудь, это какие-нибудь желешки, это какая-нибудь тетя-бухгалтер пришла домой, устала, мужа нету, делать нехрен, сон не идет. Вот она до часу ночи сидит и конфетки там собирает на айфончике или у нее в браузере на ноутбуке. Я много раз наблюдал такую картину. Вот это казуально. То есть человек... готов даже донатить в такие игры, просто потому, что он устает на работе от своей деятельности, чаще всего от своей жизни устает, ему не хочется напрягаться. Есть такой секрет, известный многим, конечно, что мозг наш, он на самом деле кайфует, когда ему не нужно думать. Это именно поощрение организма, выделяются специальные ферменты, и они тебя поощряют за то, что ты тупой. Это факт, это биология. Это исследование мозга. То есть мозг всегда хочет как можно легче чего-то получить. Он не хочет думать, он не хочет читать гайды, он не хочет читать лор, он не хочет вообще ничего. Он хочет собирать желешки, или бабу. То есть тут два варианта. Либо вкусно покушать. Соответственно, вот мы, те, кто там любим фэнтези, любим какие-то сложные ММО, любим механики,
сложные, любим ходить по проектам, их изучать. Мы немножко мутанты, это факт. То есть мы действительно чуть умнее, геймеры, они в массе своей действительно чуть умнее, чем обыватели обычно. Ненамного. Там фанаты танков, они, в общем-то, недалеко ушли, например. И фанаты Вова того же самого. Ну, Вов, шучу. Вов тут не под... Ну, танки — это точно. Тут больше дегенератов, чем в танках и доте найти вообще, ребят, сложно. А линейщики — это все-таки олдскульные такие пацаны. Защищать их буду до последнего, потому что это плоть и кровь моя в том числе. Они толкинисты чаще всего. Пошли вон. Ой, смотри, тут люди сидят. Ух ты, класс. Давай, может, здесь немножко пораздадим шапочки. Давай, а то мы, да, там не дали, здесь дадим. Господи, слазь быстрее, мне сейчас трейды будут кидать. Ай-яй-яй. Ты прям как этот, как пикирующий бомбардировщик пошел. Вернее, землю. О, я дал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, так, 11. Кстати, мы не ответили на главный вопрос. Они больше денег приносят, чем... Ты опять отменяешь сделку. Как так-то? Вот так вот. Че у меня... А что-то у меня лишнее есть. Ну, давай я удалю вот эту Не могу удалить. Так, ладно, давай 10 шапочек. Давай 10 шапочек, кидай. Вайт, я сделал, кидай ты мне. Так, сейчас трейд открою, а то у меня глюк. Смотри, они еще наивные, они не знают, что мы шапочки раздаем, потому что они чаты не считают, на это не смотрят. Сколько? Еще 2 можно. 9, 10. Давай. Все, давай, раздаваем, а я продолжу. Конечно, казуально оно зарабатывает всегда больше, а покер, он еще больше зарабатывает. Хотя я не могу назвать его там для идиотов, для каких-то. Все-таки это относительно интеллектуальный вид досуга. Считать нужно. Вчера неплохой фильм смотрел «Человек дождя». Классический, многие знают там вот об этом, что кто умеет отлично считать, тот в покере что-то может добиться. Тем не менее, люди, да, действительно, ребят, они очень ленивые, и им вот чем проще, тем лучше. Именно поэтому игры, такие как моба, они приманивают аудиторию своей простотой. Я не сказал, что моба это легкие, все-таки там и тактики есть, и полно скиллов надо учить, все это сложно, но изначально, в отличие от MMORPG, тебе дается в моба, да, там 4 скилла, грубо говоря. Да, потом нужно изучать, вот самый сложный момент, кстати, во всех моба, это с вещами связанные, какие нужно сеты носить и так далее, кому что. Тем не менее, мобы будущего, как мне кажется, это вообще будут такие игры, где тебе даже не нужно будет думать, какой меч собрать или еще что-то, они будут еще проще. По-моему, Близзарды ближе всех подошли к абсолютно скучной мобе, простой для казуалов. Это вот Hero, как там на Хэ, Хосом, короче, аббревиатура. Там, где Диабло на фоне. Шторм, да-да-да. Где не нужно шмотки покупать, не нужно думать. Ну, ты понял. И Близзард, несмотря на то, что как компания с гигантским прошлым и настоящим связанным с кибердисциплинами, она, в общем, позиционирует эту мобу для казуалов именно, то есть, чтобы школьники, детки садились, и оно что-то происходило. Поэтому, насколько я читал последние такие вот отчеты киберспортсменов, они уходят в LoL и в Dota, потому что вот этот вот Dota от Близов, она, ну, слишком казуальна, слишком примитивна, и там нету соревновательного духа в больших серьезных компаний. Поэтому я считаю, что будущее, оно будет еще проще, еще адаптивнее, еще казуальнее, еще больше бабок будут зарабатывать эти мега-компании. Вон, покемоны. Я сейчас вот целую неделю залипаю в покемонов. Я считаю, что это вообще самый лучший вариант. Они примитивные, они тупые. А они сколько денег это принесло-то? Кому? Мне это принесло минус. Не тебе. Минус-минус. Я доначу, там яички покупаю волшебные на X2 опыта. А компания принесла гигантские деньги, да, капитализация поднялась. Мы вчера об этом опять же с Анзи говорили. На 30% поднялась капитализация. Сегодня на 8 миллиардов, по-моему. Там. Потому что там отчет вышел, и выяснилось, что не потому что игра говно, она отличная, вообще безупречная. А просто компания Nintendo не получает от нее 100% прибыли, там куча всяких каких-то еще левых организаций, которые весь этот пирог пилят. Кстати, смотри, а в Дионе так нормально. С учетом того, что, ребят, у нас сервак только-только запустился, вот буквально несколько дней назад, то есть выходные, да, прошли,
еще не все локации заселены, тем не менее, вон мы в Геране тусили, сейчас вон в Дионе вокруг нас полно людей, все нормально, все живое. Самое клевое то, что здесь можно заметить, то, что здесь реально очень много гномов, которые продают дэшные соски, это... Вроде казалось бы, рейд X30, но реально сервак живет и... Я же с тобой одновременно сам рассматриваю его, да, то есть я тут не бегаю 24 на 7, это нуб локация, а я занимаюсь тут работой. Вот я сейчас зашел, мне приятно видеть, что куча людей. Да, сервак достаточно неплохой пока что, по крайней мере, выглядит. Посмотрим, ребят, что будет через несколько дней. Ребят, ваша сила его не запороть. Вот вы, кто у нас тут есть, спасибо вам большое, что пришли, оставайтесь, не ливайте, а те, кто нас смотрит и видит, сколько людей здесь бегает, присоединяйтесь, потому что сервак молодой, только-только всех догнать легко. Еще героев не будет у нас, внимание, целый август, то есть у нас Олимпиада начинается только с 1 числа. Тут любой клан, который придет, он за 2 дня все выкачает, профессиональные кланы, естественно, большие. А казуал за неделю все выкачает. Вы даже в Олимпиаде сможете поучаствовать. То есть настолько классно. Все началось, все свеженькое. Я обожаю старты вот такие наши, потому что это меня молодит на несколько лет. Даже лет, на, наверное, на 6, на 7. Я вспоминаю себя, я все это вспоминаю. Блин, кайф. Я здесь вспомнил, когда я пошел бафаться на 64 уровне, а мне нуби баф не дает. Это же пипецкие старые хроники. Я немножко не ожидал то, что... Забыл, что такое грация финал на самом но деле. Но это не интерлюд. Я считаю, что все-таки совсем старый это интерлюд. Ну, интерлюд это такое. Я не понимаю, почему больше людей гораздо играет в интерлюде, если подарить по статистике. Я не верю твоему тезису. Вот хоть ты называешь какую-то статистику, а я не верю в эту статистику. Ну, можно будет там тебе пруфы продемонстрировать. Я тоже дико удивлен. И самое интересное, то, что вначале я был... Почему я вообще заинтересовался этой статистикой? Посмотреть группы, которые по линейке, они в основном интерлюд освещают. Посмотреть группы, которые проверяют онлайн, они в основном интерлюд проверяют. Очень много комментариев на ютубе заешь, когда будет интерлюд какой-нибудь. Сейчас, если мы спросим в чатике, хотите, чтобы я пошел на интерлюд сервер, все будут кричать, хотим интерлюд сервер. Почему так, не знаю. Попробуй принять этот рейд еще раз. Давай, вот сейчас прям. И он пишет, потому что интерлюд топ-хроники. Шапочки? Ладно. Я их что-то как-то очень быстро раздал, надо помедленнее. А давай, знаешь, что им раздадим? Раздаем за точки маленькие, они все равно ни на что не влияют. Это у меня от Занзи наследие осталось. Занзи вчера на эфире, ты не знаешь, не слышал, он заточил на плюс 16 легально ножик дэшный. Да, мне рассказывали. Вообще офигел. То есть мы сидели, он как бы, чтобы чем-то занять, да, эфир, ну, чтобы картинка была не скучная, не какая-то там заплатка. Он просто точил весь эфир ножик, мы все-таки как радиоведущие собрались, контент не хотели показывать, и с тобой мы по делу собрались. Но тем не менее, он фигак-фигак 15. В конце, естественно, в самом конце много сломал. Говорит, заточу, мы такие, да не в жизни вообще, ты что? И он говорит, да, конечно, я знаю, что не заточу, фигак заточил, блин, вообще кайф. Вроде такая безделушка, да, она ни на что не влияет, господи, тут все са бегают, но тем не менее. Ну, я вот эса не могу вставить, мне никто кола не подкинет на эса, такой намек. Ладно, дай, что что-то, раз они здесь бегают, давай им, знаешь, поскольку, давай им заточку там, не знаю, по 10. Да, я по 10 даю им заточки. Купят ДД какую-нибудь фиговину, они ее в жизни бы не купили, если бы ты им 10 заточек не дал, ну такая мелочь. Ребят, тут, кстати... Все легко фармится, и в магазине там не за монеты, не за рубли цены, а очень-очень много вещей за обычную адену. То есть вы даже ассеты сможете за обычную адену покупать, вам не надо покупать никакие монеты. Этот сервак на самом деле лайтовый. То есть он не носит конкретной цели заработать кучу миллионов бабок. Это уже не так. 2016 год, к сожалению, если вы к нам присоединились поздно и не слушали первую часть подкаста, кончились шальные деньги такие. И мне стоит запустить это очень серьезных денег. То есть мне отчисления отдать. То есть вдумайтесь, сервер еще даже не принес и половины той суммы, что я уже должен заплатить RPG Club за аренду их официальной сборки. Ну, у нас так заведено 6 лет назад. Так было и так и остается. К сожалению, в текущем положении вещей дальнейшее сотрудничество на вот таких условиях для меня невозможно. Не потому, что я не хочу или мне не нравится. Я очень уважаю ребят из RPG Club. У нас большой опыт сотрудничества, причем они очень надежные, положительные. У нас никогда не было конфликтов каких-то. Все честно, но
почему-то мы пока не можем пересмотреть иные условия, и этот сервак один из таких последних. По крайней мере, с RPG Club пользуйтесь этим, этой возможностью зайти на официалку Грации Финал, которая была 5 лет назад на Офе. Потому что да я не так 5 лет назад. 7 лет назад 7, она была. Мы как раз тоже вспоминали. И, ну, по правде, это стоит сделать, потому что такого сервака... Ну, вряд ли кто-то еще такое откроет, потому что ГФ, во-первых, люди испугаются может, открывать. Хотя они хай-фай, да, осенью хотят. Да, они тоже перешли уже на хай-фай. Ну, вот они, кстати, зарабатывают много, потому что им не нужно никому роялти никакого платить, как мне. Они пришли, сели, все бабки себе взяли, молодцы, красавчики. А нас они вот именно содержат, скажем так, ну, они мало с кем сотрудничают. С нами, потому что мы такой золотой теленок. Мы приносим прибыль им, и мы их любим, они нас любят и так далее. Но Дефо уже старенькая кляча, и он не готов за еду пахать. Все, ребят. Ребят, если из RPG Club кто-то меня слышит, давайте пересматривать наши договоренности. Я вам сегодня напишу, Ваську. Давайте, чтобы как бы... Денег нет, всего хорошего. Да-да, но вы держитесь. Да нет, конечно, сложно уже с линейкой заниматься так, ну, столько лет. Опять-таки, еще раз покажу магазин. Ну, тут тупо ничего такого нету. Потому что вот я хочу себе купить МЖ, и проблема у меня не то, что задонатить каких-то там, вот к концу 40 рублей всего лишь стоит, а нафармить адены на них. То есть по рублям здесь не так уж дорого стоит, особенно те, кто были на моих стримах до сервера Дефо, где нужно покупать Эпик, где Антара стоит 750 рублей, чисто одна сережка. И, а если Эпик продается в магазине... Антарас продается. Ну, Full Epic продается на PvP-серваках в основном, и Full Epic выходит где-то в 1003-4 рублей, то тут максимум... 4000 рублей на PvP-серваках Full Epic, и кто-то это покупает? А, да. Ребята, через месяц у нас будет отличный X1000, скачанный из Гугла. Ну какая разница, вам там квесты не нужно проходить. Эпик будет не за 3000, а за 300 рублей, пацаны. Приходите, будет все для пацанов. Так что тут... Я многого не знаю, видишь, еще ты меня можешь бизнес получить. Какие серваки существуют, веселые, интересные. Мы тут все как-то за идею. Го открывать сервак вместе, я согласен. Мне сегодня пацаны написали, говорят, франшизу хотим у тебя купить. Я говорю, ребят, старенький я уже для франшиз. Но я говорю, давайте, потрачу на вас время, то есть расскажу действительно, как и что, помогу вам сэкономить кучу бабок, не потеряете. Мое время стоит 30 тысяч рублей в день работы с вами. Если вы готовы, 3 дня я вам уделю. Ну, они такие говорят, мы подумаем. Назвались бизнес-ангелами, сказали, что у них бюджет до 4 миллионов есть. Я говорю, ну, это не такие, ребят, большие деньги, так подумать. Если у вас есть 4 миллиона, нахера вам фришка, которая запускается за 4, ну, приносит 4 миллиона, а вы потратите тут кучу, идите, купите себе, я не знаю, что можно на 4 ляма-то купить. Когда-то что-то можно было, сейчас, конечно, сейчас, уже да. Деньги. Так, детский сад, да. Стример 4 миллиона зарабатывает, да господи, за 40 месяцев всего. А, кстати, вот насчет больших бюджетов, был у нас один проектик. Я вообще редко берусь за непроверенные фришерды, но тут, ну, можно уже назвать название, потому что он уже умер, сервак. Это был Анубис, вроде так назывался, многие из чата помнят, потому что был большой бюджет у сервака, было очень много рекламы, они немножко бодались с Аверией, но когда сервак открылся, они открылись через день после старта Аверии, и... На сервак пришло человек 40. То есть они вложили 500 тысяч, а на сервак пришло 40 человек всего лишь онлайна. И самое плохое то, что там... Да и... нет, ты что-то шутишь, не может быть. У нас нет. Вот есть тоже, когда у нас как раз доказывали 400 стримы. 400 может быть, 400 я поверю. В принципе, вот такой фейл. Но это там вообще, там вообще никого не было. Мы заходим, заходят все мои зрители, смотрят, типа, а где народ? Нету народа. Заходит, Elite тоже было куплено вот этим сервером. Заходит, где народ? Нету народа. То есть не всегда деньги решают. И... А вам уже неделю проплатили. Вы с Элайтом вдвоем там Элпи, да, долбили? Да, неделю. Да, мы Элпи 3 дня долбили. Слушай, фишка такая смешная. Просто вспомнилась, потому что ты сказал про стримеров ко мне. Точнее, не ко мне. Как ты знаешь, у меня есть человек, кто занимается скупкой рекламы. То есть uh-huh. Мы, естественно, пригласили кучу известных стримеров. Все замечательно, все честно. И вот мне пишет представитель одного известного топ-фришарда и пишет, зачем ты переманиваешь моего любимого стримера? Я уж называть не буду этого человека.
Я говорю, да боже ж мой, я вообще сам не занимаюсь, да, у меня люди, прости, если для тебя это так важно, любимый стример, понимаешь, нельзя переманивать, то я попрошу, чтобы его не, ему как бы отказали. И мне человек пишет, кто рекламой занимается мой. Я уже, говорит, оплатил, но он стримить не будет. Я говорю, а ну тогда он деньги-то, наверное, вернет. Он говорит, нет, он денег не может вернуть, потому что он их уже потратил. Замечательные стримеры есть, замечательные работники. Хотя, если он не отдаст деньги, естественно, мы напишем не то чтобы большую разоблачительную статью, но, по крайней мере, должны знать остальные. Там в другом проблема будет, то что если просто больше его не закажете вы, и все, это же хуже. Нет, не то что мы не закажем, и вообще никто никогда не закажет, потому что это некрасиво взять деньги и не отдать, да? Да, это очень странно, это очень странно. То есть, вот по-честному, у нас были же с вами тоже некоторые работы с магазином, и какой-то один момент я отказался, потому что человек, который мне платил, он что-то вначале затупил с продлением, а потом решил продлить. И, ну, по-нормальному пообщались, и я нормально деньги вернул, никаких обид не осталось, и просто они заказали позже меня. С порядочными людьми всегда хорошо работать, спасибо. Ну, вот есть и такие. Ну, я надеюсь, что он на самом деле не непорядочный, просто он потратил их, а тут вышло такое недопонимание, что через дня 2-3 он найдет эту сумму. А что за стримерами, просто интересно? Ну, после стрима, ну, на стриму нельзя, да? Некорректно. Тем более парень, может, вернет, и я на это надеюсь, поэтому... Ну, я тебе, ладно, в приватной переписке лично скажу, а зрители пусть терзаются. Ну, просто стримеров-то на самом деле линейки... Я думаю, с Украины, судя по методу. Где деньги? Нет денег. А, кстати, вот тут тоже есть тема про... Ну, тоже про деньги, больше про YouTube. Ну, не буду говорить всю суть, но в основном самые хитрые, которые зарабатывают не своим контентом, просто у нас тоже было обсуждение, сейчас человек, он берет чужие видео, а тот чувак, он их не защищает авторским правом, он начал заливать на свой канал. И сейчас его видео набирает больше просмотров, чем на оригинальном канале. Он начал это делать 2 месяца назад. Месяц назад он заработал первые $100, а за прошлую неделю он заработал $1500 примерно у него вышло. Это чисто перезаливая. А он растет в прогрессии. То есть чисто если за неделю он делает уже 100 000 рублей, то... Скорее всего, на следующий месяц он за месяц делает 1 000 000 рублей чисто из-за того, что он заливает чужие видео. Ребята, в удивительное время мы живем. Уже достаточно сидеть дома, не ходить на завод, как наши деды, и зарабатывать хорошие деньги более чем 3 средних зарплаты по России, перезаливая чьи-то видео. А знаешь, что рулит? Три средних зарплаты? 1 000 000 три средних зарплаты? А, 1 000 000? Ну, я имею в виду, я вообще твою сумму называю. А, мою? Вот, и я к чему это говорю, то что и таких примеров у меня очень много, я очень слежу за вот этим Ютубом, что как происходит, то там сколько зарабатывает, как это все работает, в принципе, на стримах иногда я тоже эти цифры озвучиваю. Ты сам уже можешь давать какие-то семинары и тренинги, извините, я уверен, что 90% людей хотело бы хотя бы получать 50 тысяч с этой деятельности, а что говорит о 100-150, так что давай, ты можешь запускать платные курсы, как стать... Так можно же не только стримерам, там есть куча способов заработка, то есть сейчас на Ютубе любой, кто захочет делать, он будет 50 тысяч в месяц точно зарабатывать, ничего не производя, просто брать чужое, правильно брать, а называть по-другому, и даже бывает по-другому, называешь по-японски и выкладываешь с японского канала. Все, это халявные деньги. И все вот эти люди, которых я прочекал, кто это занимается, они все почему-то с Украины. То есть я никак плохо к ней не отношусь, но наоборот, это, ну, подчеркивает их этот, как это называется-то, вот эту жилку коммерческую, то, что они знают, как заработать. Но это совпадение? Национальную пассивку. Это совпадение или ты тоже замечаешь то, что в основном как раз украинцы вот, активны в этом плане? Я не хочу обижать украинцев в последнее время. Ну, так это же не обида, это же наоборот похвала. Из них и состоит. Нет, я не хотел их хвалить, хотел сказать, что они... Просто знаешь, когда это стрим как бы о деньгах, то обычно подтягиваются украинцы, уже, наверное, 1000 человек есть, нет? Нет у нас. Нет, немножко отток, 920 пока что. Да устали уже люди, 2 часа без... Давай заканчивать, потому что мы с тобой решили, ну, если ты не соскочишь, сделать общительный стрим по поводу лора, пополетаем с тобой, на яйца посмотрим. Как ты обещал. Ну, да, хорошо, потому что на яйца можно посмотреть только вот на этом сервере. На яйца можно вечно смотреть, да. На других серверах вам яйца никто не покажет. А ДФО покажет. Ну, да.
Кстати, здесь вот про стримеров сказали, назвали всех стримеров линейки, и они совершенно все с Украины, кроме меня. А что там еще делать? Господи, там девки красивые, еда вкусная, и работы нету. Все. А Ладва есть. Поэтому Бог создал украинца и Ладва, чтобы они нашли друг друга, и они нашли. Так, ну... Так, давай прям вот... вот... либо 5 минуточек, и чтобы... Да, все, вот чисто вопросы по-быстренькому мы зададим. Вот задавайте буквально 5 любых вопросов и заканчиваем. Ну, чтобы люди высказались, и все, будем заканчивать тогда. Давайте, любые, кто первый успеет, тех и зачитаем. Ждем яйцо Дефо. Я думаю, мы сделаем. Я подготовлюсь тогда, чтобы это было интересно все. Хороший стрим. Я надеюсь, что он был содержателен все-таки. Первый вопрос. Мы поболтаем. То есть 5 минут, то есть тебе не нужно раскрывать, конечно, хочешь, конечно, не говоришь, хочешь, ну, в общем, ты понимаешь. Дефо, расскажи про свою компанию CityLine. Компанию CityLine? Продал ее недавно, буквально месяц назад, все, уже нечего рассказывать. Так, следующий вопрос, второй. Спроси у Дефо, иного по судам не таскает за фришки? Иного меня очень любит, сотрудничаем с ней по классик. Вообще у нас любовь, потому что Дефо, помимо того, что раз в год спускает какую-то маленькую фришечку, с которой часто уходит в минус, привлекает Инове на стартах их проектов миллионы баксов. И свою аудиторию всю им передает. Поэтому Инова меня любит, а я люблю Инову. Следующий вопрос. Третий вопрос. Я читаю прямо любой, независимо от темы, ровно 5 вопросов. Третий, конечно, вопрос. Конечно. Пусть прокомментирует закрытие Гарены СНГ. Я вообще не знаю, что это такое. Гарены СНГ. Ну, я догадываюсь, что это какой-то сервис с какими-нибудь фришками, возможно. Но мне наплевать вообще, что это такое. Следующий важный, серьезный вопрос. Как стать сотрудником Дефо и какими навыками нужно обладать? Когда мы запустим какую-нибудь официальную кампанию по официальной локализации чего-то очень классного, мы будем набирать персонал, и там будут требования к потенциальным сотрудникам. Сейчас компания Дефо, наоборот, сокращается, реорганизуется, и, скорее всего, может даже по-другому будет называться. То есть я не хочу заниматься пиратством. Ну, мне, видимо, придется, потому что кризис, да, непонятно, где взять какую-то локализацию стоящую. Но если у меня будет возможность уйти из пиратства, я с удовольствием это сделаю и буду самым порядочным человеком. Так, последний вопрос от зрителей и один вопрос от меня будет. В общем, последний вопрос зачитываю. Откуда самый большой профит вы получаете из веток рекламы? То есть это вопрос даже по теме. Я знаю то, что человек занимается деятельностью с этим. Вот, самый большой профит по ветке рекламы мы получаем с danieldefo.ru и замечательного человека Даниэль Дефо, кто 8 лет пишет Пола-2 и не Пола-2 всякое. Вот оттуда идет трафик, и вообще офигеешь, если узнаешь сколько. Все, покупайте и... рекламу на danieldefo.ru. Кстати, 100 тысяч за баннер, и весь трафик ваш повешу. А это, кстати, не очень-то и дорого. То есть на L2 не полоса. Это не очень дорого, естественно. Пожалуйста. Мне просто уже, ну, как бы, неинтересна эта тема. Вот пока аудитория приходит, все для них. Но мне бы, знаешь, ничего не делать, как мозг у меня старенький, он хочет ничего не делать, лежать на диване. Я буду пиарить другие фришки и сам не заниматься этим. Потому что это уже не... Ну, тут можно хотя бы 100 получить, а не потерять 200. Следующий. А, все, да, уже мой вопрос. Ну, такой давай. Маленький. Заплатит ли Вайду? Блин, ну давай так, если мы проводим классный стрим, следующий, такой душевный, поболтаем, полетаем, ты мне покажешь яйцо, то, господи, грех. Во-первых, мы еще и с тобой что-нибудь придумаем, и тебе задонатят не только зрители наши, но и, конечно же, Play Defo за то, что с тобой приятно иметь дело и вести стрим. Тем более, ну, ты потратил на нас действительно уже много времени. Почему нет? Мы тебе шапочку дадим. Круто, я понял. Я, кстати, на сегодня на этом стриме отключал полностью донат, так что доната сегодня не было, чисто такой на энтузиазме был. Ну, не хотелось просто, чтобы эта полоска доната была во время такого стрима, я думаю, не зря. Хороший получился стрим. Спасибо, ребят, все, что с нами были. Надеюсь, что первый час или полтора были относительно содержательными, мы не болтали особо-то вот как в конце ни о чем, а разговаривали честно, это
строго по делу, и если у вас есть интерес этим заниматься, то не бойтесь, пробуйте, и, как я уже сказал, не надо вам будет платить никакие гигантские роялти, существует масса сборок, они значительно дешевле, можно на дошике с друзьями запускаться, там купить баннер где-нибудь на Дефо или Вайда, вот попросить вам помочь. Поэтому все возможно, ради бога, пробуйте, экспериментируйтесь. Как минимум, это новый опыт для вас будет, если вы устали от линейки. Да, я думаю, опыт достаточно интересный. Главное, не последние деньги вкладывать, а то сейчас продадут квартиру, вложат в сервак. Не-не, ни в коем разе, ребят, вот так вот не рискуйте. Попробуйте сначала, если не выйдет, попробуйте уже как-то концепцию поменять. То есть вы же не должны идти в это дело с уверенностью, что ну ща вы озолотитесь. Это сложный бизнес довольно-таки, с гигантской конкуренцией. Действительно, феноменальная конкуренция здесь. Почему мне неинтересно? Почему мы на РФ в начале стрима, я говорил, много денег заработали? Потому что качественных фришек по РФ онлайн не было. Не обязательно на линейке останавливайтесь, пытайтесь что-то иное. Много на самом деле проектов есть, причем в довольно открытом доступе, или поискать их можно. Любительских каких-то сборочек, чего угодно. Корейского всякого много, китайского всякого много, браузерок всякого много, только бойцовских клубов сейчас, вот этих древних браузерок бесплатных штук 5. Поэтому все в ваших руках, Google в помощь. Ну, хороший итог стрима получился. Большое спасибо, то, что пришел на стрим. Было очень приятно пообщаться. Большое спасибо тебе, тоже очень приятно. Ну, надеюсь, еще встретимся. Я думаю, да, сделаем. Главное, не потеряться там, в ВК. Мы вас, ребят, это оповестим, когда летать будем на яйца смотреть. У меня там кукурузка уже приготовилась, сочная, свежая, молодая. Вот в июле она просто муа, поэтому я уже чувствую этот запах. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Да, я тоже заканчиваю. Всем спасибо за стрим. Всем пока-пока.